Шоу на канале и еще раз всем добрый вечер. На этот раз, надеюсь, трансляция идет по-человечески и нормально, и всех нас хорошо слышно. И с вами Шеридан, который Станислав, и Костя, который Смолкос. Добрый вечер, Костя, поприветствуй зрителей. Всем. Всем доброго вечера, да, всегда смол, му... мы в прямом эфире. Да, и похоже у нас... А, по сегодня много чего интересного обсудим, очень важного, в том числе... Э... <кх> Юбилей очередной российских железных дорог, но давай пока по основным, таким более важным темам пробежимся с тобой. Ну, первая же у нас тема идет, собственно говоря, у нас очередная темхашная фигня идет. Ну, как сказать, фигня. У нас новое слово, слово года. Стас, с твоей таки... стороны вообще ноль палочек. В телеге ты ели. Хм. Что же у нас тут такого происходит? -то? Так, ну вот пишут, что пинг прерывается как раз с тобой. Я сейчас сделаю так. Я сейчас попробую отрубить все лишнее у себя. Вот. Так, Костя, скажи. Так, ну-ка. Вот, подожди, подожди, подожди. Вот я видос вырубил, и ты вроде нормальный теперь. Ну да, и вроде нас теперь должно быть даже синхронно слышно. Посмотрим, что у нас сейчас пишут в чате пишите, пожалуйста, в чате обязательно, как у нас сейчас вообще с качеством звука видео и все остальное выйдет, потому что мы не знаем, что сегодня вообще происходит. Да, мы будем оперативно на эту историю. Да, мы не знаем, что сегодня вообще с трансляцией с YouTube происходит. Очень дико это все тормозит. Может быть, это мой провайдер. Может, еще. Вот. Так, ну вот пишут, что без видеосигнала от тебя уже все пошло нормально. Вот. Хотя, возможно, мы сейчас чуть попозже. Попробуем... Ну, и слава Богу. Да, мы чуть попозже попробуем, короче, твой видеосигнал все-таки заново врубить. Вот. И посмотрим, что из этого получится. Потому что не может же быть такого, что в прошлый раз все работало, угу. а, да, там две недели назад. А сейчас у нас опять все не работает. Ну, как так можно? Итак, значит, суверенизация. Новое слово этого года. И, собственно говоря, первая тема нашего сегодняшнего эфира. Поехали. Вот, значит, суверенизация – это новое слово, обозначающее, так же, как и импортозамещение, ну, собственно говоря, замещение всякого импортного оборудования – на э, отечественной продукции. С той лишь маленькой разницей, что само слово суверенизация, хоть оно очень кривое с точки зрения лингвистики, словесности, оно вообще не пойми какое, если мы к этому слову, собственно говоря, прицепимся, то мы увидим интересную вещь, что э, это подчеркивание mm -hmm. такой, собственно говоря, изоляции от всего остального мира, да, подчеркивание... Э, Какого-то, собственно говоря, собственного суверена, в принципе, да, некой самостийности. Но получилось, как всегда, черти угу. что, и черти чёр... <laughs> как. Я предлагаю, прежде чем мы пойдем дальше по этой теме, посмотреть специально подготовленный к этому выпуску материал. Дорогие зрители, как я и обещал, мы начинаем, да. собственно говоря, теперь к каждому эфиру готовить эксклюзивные материалы, которые потом будут а, отдельно публиковаться. По крайней мере, вот то, что я буду готовить, эксклюзив, они будут потом только после эфира, через день, через два публиковаться на канале. Уже отдельно, да. Но в первый их просмотр можно будет увидеть только в эфире. Итак, а, материал, эксклюзив, подготовленный конкретно мной, это суверенизация И4.0. Именно так оно и называется. Почему называется, узнаете из материала. Поехали. Погнали. Две новости выкинул в информационное пространство Трансмаш Холдинг а заодно обогатил лексикон еще одним новым, довольно странным словом, которое лингвисты и филологи оценят. Итак, первым новостным поводом стал новый электропоезд ДМЗ. Точнее, так можно подумать, глядя на стильную и по-современному брутальную маску электропоезда, выполненную в новом дизайн-коде ТМХ. А вот остальной кузов и тележки выдают ЭП-2Д, которая восходит корнями к древней рижской конструкции r 2 Искушенные зрители знают, что все семейство электричек Дамазе начиналось с электропоезда ЭР-24, который сами режане в металле воплотить не успели. А вот на Дамазе он пошел в серию под обозначением ed 2 т Рендеры салона демонстрируют минимальные изменения, в основном связанные с кресельными блоками, которые, согласно релизу, должны дать дополнительные 4-6 см расстояния при встречной посадке хотя можно разглядеть серую панель перегородки между салоном и тамбуром, с большой черной панелью выше уровня тамбурных дверей. Широкоформатный экран информационной системы? Возможно, но утверждать пока нельзя. В остальном же это все та же старая добрая архаика с реостатно-контакторной системой управления и прочими радостями. А вот и новое слово года – «суверенизация». Именно таким словом сомнительных лингвистических и филологических свойств назвала цель разработки этой модификации Валерия Шарафуддинова, занимающая пост директора по продуктовому и техническому маркетингу ТМХ. Будет неудивительно, если этот ЭП-2ДМ, саркастичные языки так и назовут «суверенизация», и даже будет своего рода сетевой флешмоб, ну как с подачи одного из сотрудников петербургского метро, допустившего неудачное высказывание, поезд метро «Балтиец» стали называть «кислородец». Похоже, что мы так и не дождемся электропоезда эп 4 да асинхронной версии EP2D, которую откладывают уже не первый год. Зато все та же госпожа Шарафудинова анонсировала появление в течение ближайших полутора-двух лет низкопольного электропоезда для регионов. Речь, конечно же, идет о EP5DA, макет которого был презентован на железнодорожном салоне в Щербинке еще в 2019 году и который с тех пор не снискал интереса у потенциальных заказчиков. Второй новостью, явленной на суд публики, стало анонсирование Evil G4.0, что несколько обескураживает на фоне незакончившейся эпопеи вокруг версии 3.0. Все та же госпожа Шарафуддинова объявила, что на сборке в Твери уже находятся кузова первого состава. Согласно тому же заявлению, версия 4.0 будет визуально отличаться от всех предыдущих версий. Вероятно, речь идет об использовании все того же нового дизайн-кода ТМХ – ну и главным техническим отличием будет наличие трех пар дверных проемов на вагон, вместо двух. Испытания и сертификацию предположительно хотят завершить к второму кварталу 2023 года. И с того же времени начать поставки, чтобы к концу 2023 года уже было некоторое количество этих составов в эксплуатации. При этом, на сегодняшний день произведено всего пять составов версии 3.0, хотя должно было быть уже больше. И ни один из них пущен в эксплуатацию пока нет каких-либо отчетов по импортению. Но ранее заключенный контракт на поставку Иволк e перезаключили еще раз и на новых условиях. Поставщиком уже объявлен завод «Метровагон Маш», что вызывает вопрос, зачем именно этот завод решили использовать в качестве юридической вывески. Впрочем, это уже не в первый раз. Один из контрактов на поставку трамваев «Витязь-М» в Москву также был заключен с этим заводом. Главное же во всей этой истории, чтобы новая продукция закупалась и стабильно выпускалась, в это непростое время. И вы только что просмотрели этот материал, поэтому пишем комментарии, пишем вопросы. И первый же вопрос, который я сейчас вижу, он, конечно, немножко не по теме этого эфира. Вальтер Фокси пишет, господа, как вы считаете, было ли бы разумно в 1980-е продлить замскорецкую линию в Бирюлево, например? проложить тоннели под Липецкой улицей и ЖД станцию на туда перенести, чтобы избежать проблемного участка. Интересный вопрос, но это из-за разряда, если бы, а не, так а бы. А потому что на мой ну я... да, но ведь 80-е годы еще не так все страшно было, чтобы там отдельную ветку метро запускать. И в генплане я уверен, что этого не было заложено. Ну да, тем более, что... На тот период времени. Да, тем более, что тогда, в те годы... Э, линии метро прокладывали из расчета перспективного пассажира потока. И Бирюлево, конечно, это был район, который активно уже строился, но и даже во многом был построен. Но на тот момент времени там еще не было такого количества прям жителей. И тогда считалось, что Бирюлево можно вывести железной дорогой. Вот. В принципе, за счет которой оно и вывозится, если честно. Ну да. Вот. Ну, возвращаемся к нашим любимым новоязововским словам типа суверенизации, типа D, эп 2 dm который у нас как раз суверенизирует теперь. А еще у нас ИВГ-4.0. То, собственно говоря. Ну что, Кость, с чего мы с тобой начнем сегодня? Слушай. Ну я бы, наверное, начал... Вот ты начал говорить про слово суверенизация еще до того, как ты ролик запустил. Mm -hmm. Вот. Ну, я уж не буду углубляться, но у нас в последние более чем полугода новояз активно практикуется, и, к сожалению, нам надо входить в новые реалии. Нам нужно учить новый русский язык, как бы, ну, к сожалению, от этого никуда не денешься. Вот, но суверенизация это что-то из ряда вон выходящее, потому что лично у меня основа этого слова, да, вот суверен, ассоциируется mm -hmm. только с одним человеком. Это недавно почившая королева Елизавета II. Как бы больше у меня это слово ни с чем не ассоциируется, и никакая суверенизация для меня это, ну, это что-то очень дикое. Ну, вот, на самом деле слово суверен оно на самом деле довольно-таки широкое в своем понимании и довольно многозначительное. Да, суверен а вообще это то, что даровалось той или иной. Тому или иному государству, выходящему, например, из-под короны Британской империи, или, наоборот, наделявшейся сувереном Британской да. империи, когда туда входило новое государство. Причем, если мы углубимся в историю, то мы можем, например, вспомнить, что то, что мы сегодня знаем как бывшие британские колонии, они угу. же изначально были не под британской короной, они были все фактически в собственности Ост-индийской компании. Ну да. Это были частные владения, это потом уже с э, Остинской компанией эта корона разобралась, и это все стало именно... Ну, как бы ты ни было, в данной конкретной ситуации мы видим интересный момент. Итак, считавшиеся охренеть каким отечественным э, ЭП-2Д. Угу. у нас решили такие суверенизировать во все дыры и щели, потому что, как выяснилось, это у нас, ну на самом деле люди следующие это и так знали, что далеко не все там было российского производства, например, комплект тягового электрического оборудования. Эм, Рижский там. Да, это же РЭС все делал Рижский электротехнический завод. Боже мой, какая прелесть! Кто бы мог подумать? Вот. Какой вообще прям отстой? Хотя, надо сказать, что у нас же пытались в прошлые годы делать э, свое оборудование. Там Новочеркасский электростроительный да. завод пытался что-то сделать. Там и ТМХ. Что-то что пытался... у них там не задалось. Что-то не задалось. Прям слова совсем. Да, что-то не задалось. По имеющейся на данный момент информации известно, что а в этот раз попробуют опять что-то свое ТМХ сообразить. Я подозреваю опять вернуться к идее того оборудования, которое предлагал Невс в свое время, и, видимо, как-то это будут допиливать. И по той же самой информации, что в общем и целом электрическая схема вернется к тому примерно образу, который был на поздних ED4M. Mm -hmm. Вот. То есть мы имеем вот такую вот вещь. Эм... Интересно, что там Пап... по, по, mm -hmm. по начинке климата, например, что там по приводам дверей. Там, на самом Слушай, деле, здесь вопросов. я, наверное, вряд ли что-то смогу прям особо такое прям соригинальничать или что-то интересное сказать. Вот, но в целом, в целом вообще вся идея вот этого очередного перерождения, да, как-то опять же в ролике сказал, да, и как бы как-то в принципе все знают и понимают кузова и начинки R2, но но это уже это уже получается какой-то мясник, знаешь, из игры Warcraft 3. Вот просто собраны из разных кусков тел, не пойми что и не пойми зачем. Да и не пойми куда. Ради чего? То есть я к тому, что невозможно уже 60 лет почти мусолить одно и то же. Но ладно вы сделали Иволгу, вот ее сидите, ему сольте. Да. Хватит вот, извращаться над э, бедными Р2. Оставьте им... <coughs> ну, эта история должна быть закончена. У каждого подвижного состава есть своя эпоха, в которой он востребован. Угу. Но нельзя тянуть э, то, что было актуально для 62-65 годов, в 2022 году. Спустя почти век, блин. Но это... Это уже это уже даже не смешно. То есть, если лет 10-15 назад мы еще могли поржать там АХХ и D4M, там типа. Ведроид поедет, ничего. Mm -hmm. Вот, но сейчас это уже, ну. Извините меня. Ну да, самое главное, что. Ладно, сейчас понятно. Сегодня мы попали в ту же историю, которая была. В общем-то, и так понятно, что, допустим, замещать прям вот сразу Иволгой у нас не получится. Именно по той простой причине, что Иволга у нас как бы тоже была достаточно импортозависимая. Можно вспомнить те же австрийские комплекты привода фирмы ОББ. Mm -hmm. да, это можно вспомнить двигатели фирмы ТСА. Ой, так значит, сейчас минуточку, это я оговорился Привод был сам по себе швейцарский, а движки были mm -hmm. австрийские, да, соответственно, ББ Швейцария и ТСА Австрия. Потом что-то вроде как попытался там, по-моему, Псковский или Владимирский завод изобразить. Но это дало какое-то развитие или оно так и осталось? Во Пскове и Владимире Нет, ну как, движки ставили Движки ставили И вроде как, якобы, как раз На Иволге э, 3.0 стоят именно эти движки Ну а вот с комплектом mm -hmm. привода Например, тоже много вопросов Ок, okay, комплект привода там э, Создан на основе комплекта Асинхронного э, тягового кон Контейнера Тягового инвертора э, mm -hmm. От ET 4 а если кто не знал, было выпущено в начале прошлого десятилетия три состава торжокским заводом с комплектом асинхронного тягового привода разработки КБ Дальняя связь. Привод отечественный, разработка своя. Но вот большой вопрос с тем, какое у нас количество там наших же комплектующих было, как в оригинальном варианте, так и в том варианте, который создал ТМХ на базе уже этих разработок. И mm -hmm. вопросов тут больше, чем ответов на самом-то деле. Uh, и... ну в том числе и вопрос uh, uh, почему бы им например не, uh, не взять эти приводы да, от uh, асинхронного торжка и не кинуть их на тот же GP2D раз uh, им надо вот, его каким-то uh, образом да, развивать да, да, вот хороший То вопрос есть, uh, хотя бы вопрос uh, закрыть вопрос с коллекторными двигателями в, в Началь, ну как бы уже в 21 веке, ну вот хотя бы этот вопрос закройте, остальное ладно. Да, РКСУ, да, ресурсная контакторная система управления. Потом мы, соответственно, имеем дело с самими двигателями, да, коллекторные или асинхронные. Это единственный вопрос, который давным-давно надо было бы закрыть. Почему-то не закрывается до сих пор. И даже год тому назад, да, когда все еще было по-другому. Опять-таки, ДМЗ, опять-таки, ЭП-4ДА, асинхронная версия ЭП-2Д. Спрашивается, куда и вообще... Ну, ладно, хорошо, вы хотите сделать лоукост, но извините. А ЭП-2Д и так по ценам прошлого года стоил почти лярд рублей. 11-вагонный. Но он не стоит этих денег, вот я больше чем уверен. Ну, их как бы еще и в лизинг-то все брали, естественно. Поэтому. Ну, лизинг, лизинг, понятно, сам да. по себе увеличивает стоимость, но все равно, да, составы дорогие. Вот. И дальше мы идем. Вот по какому моменту. Так ли выгодно делать на рижских костях какой-то асинхронник? да mm -hmm. есть своя разработка уже полностью новые электрички все той же Иволги, которая является перспективной платформой, которую можно там бла-бла-бла-бла-бла в разных вариациях сделать и для того и другого Иволгу делать. можно вот понимаешь вот в том-то и суть что Иволга э, это в какой-то степени знаешь новый глоток воздуха для э, пригородных перевозок вне зависимости от их объема да что в Москве что там я не знаю в Иркутске ну mm -hmm. ладно mm -hmm. в Иркутске там может можешь взять там Иволгу, просто вагон разделить пополам, сделать такой трамвайчик маленький, нормально сойдет. Но это хотя бы будет что-то новое. Ну да, вот, и самое главное, хорошо, хотите пойти по пути удешевления, прекрасно, все в той же Иволге, можно да, сделать какой-то лукост вариант, там подешевле отделку, вместо нержавеющей стали там нескалигированную конструкционную использовать, да, как в тех же демехах. Да, и покрытие антикорм, да. Я думаю, ТВЗ осилит антикор в отличие от ТДМЗ, Почему-то в этом нет каких-то сомнений особых, учитывая, что они как бы из конструкционной коллегированной стали, и ПДС вагоны делали достаточно хорошие, и они как-то особенно... Ну да. Вот, а ДМЗ вот и никак. Вот уже который... Сколько времени они на ДВЗ это уже носят с асинхронным приводом с конца 90-х годов они все пытаются то хитачи, то еще ну слушают. слушай, ну, и... эта история, да, вот сколько я вот вообще интересуюсь темой железной дороги, вот, вот столько времени, вот, понимаешь, асинхронный привод остается где-то там на опытных образцах, на испытаниях, ну, да. еще где-то они постоянно куда-то выкидывают, откидывают, а ради чего? Чего вы боитесь-то, я не пойму, что востоком там ударит, что ли, посильнее или что, что останавливает? То есть это боязнь того, что там местные пригородные компании вообще не осилят по деньгам, так их датируют в любом случае. То есть или вы боитесь того, что эксплуатация на местах будет несоответствующей, да? и все эти поезда встанут под забор там еще до первого техообслуживания, чего? Возьмите, переучите бригаду, возьмите, переучите слесарей. Ну, я, конечно, понимаю, что типа надо будет им будет поднять зарплату, потому что это будет повышение квалификации, соответственно. Потому что они помимо вот этого коллекторного говна будут знать хотя бы что-то более-менее цивильное и как его своевременно. Ну да, но вот, тут... ну возьмите, сделайте, займитесь вопросом. Да, но тут... но тут мы сейчас приходим вот к какому моменту. А... Хорошо, окей, мы делаем... Ну, допустим, происходит завтра какое-то невообразимое чудо. Там, я не знаю, в РЖД кто-то сдохнет, придет кто-то вменяемый и начнет... Там, там э все сдохнут должны быть. Да, вот, да, потому что, как мы знаем, у нас кроме ЦППК и ЮППК, все остальные, собственно говоря, пассажирские пригородные компании, стопроцентные дочки РЖД. Ну да. Вот. И поэтому, соответственно, все равно все закупки идут э, к ним через РЖД, все идет через РЖД так или иначе. Хорошо, предположим, завтра в РЖД кто-то сдохнет. Что-то прям вот, я не знаю, вынесут кого-то вперед ногами, появится там кто-то новый, разумный и так далее. Начнут деньги на обновление, э, там начнут закупать, допустим, те же Иволги, да, там скажут, э, давайте нам иволги угу. в пригородном исполнении, и мы будем, короче говоря, вот мы хотим полностью перейти на синхронную тягу. Все прекрасно, все замечательно. А обслуживать это как? Вот, вот я к этому, собственно, и веду, что а, люди на местах, да, там руководители дорог, руководители там а, регионов дорожных, да, там началь... вплоть до начальников депу, блин. Понимаешь, конечно. вот я беру эксплуатационную историю, да, конечно, еще можно взять там административный корпус, вот, но э, я боюсь просто туда лезть, потому что за последние 10 лет, но ну, мы еще к этому вернемся потом э, дальше в эфире, вот, за последние 10 лет, к сожалению, административный корпус над э, корпусом эксплуатационников, да, и здесь я имею в виду вообще всех людей, которые непосредственно э, связаны с организацией движения поездов, да, ну вот, они, к сожалению, административщики эти, которые бумажки перекладывают, они берут вверх. Угу. Вот, и самое главное, что даже если мы посмотрим, да, ну как бы даже на московском-то узле, да, под крылом ЦППК в этих депо, в общем-то, внедрение Иволк тоже очень негладко шло. И да и сейчас, по-моему, не шибко, гладко то идет. Ну Хотя, конечно, да. ты, ты, блин, возьми этого Ивановича из Нахабина. Который, блин, 40 лет пробухал в канаве под R2T. Ну там под R2, ладно, неважно. Без он разницы. Он под ней пробухал, он, понимаешь, он оттуда обмотку с движков снимал, чтобы себе купить бутылку водки. И обмотку с другого поезда, блин, перематывал на, на то, что он пропил. Ну И да. оно ездило. Понимаешь, ну у них у них нет других навыков. Да, и Но вот... это я, конечно, притягиваю за уши, да. Да. Конечно, да, уж Иванович и... не будет, там прямо обмотку снимать. И да. вот самый, самый Но главный. Принцип... Сейчас... Да. Я понял, да. Но самый главный сейчас вопрос заключается: вот в чем. Значит, с одной стороны, мы имеем нежелание на самом деле переводить тягу на, в принципе, асинхронный привод в регионах. Да, у нас РЖД любит дрочить на ласточке которые они причем О, еще да, раз да, да. да причем еще раз хочу напомнить всем зрителям еще ласточка об этом. да ласточка это на самом деле обыкновенный пригородный электропоезд это собака ее задача возить там э, просто людей между городами на несгибка больших расстояний она для этого создавалась и сименс я говорил что ласточка это пригородный электропоезд но однако же вот мы эту уже тему обсасывали, ласточки у нас пускают куда угодно но не на пригород на пригороде она у нас mm -hmm. работает есть только региональные самом... экспрессы на мцк в Аэроэкспресс ее да. там гоняли по Киевке, да. А, да. куда еще, вот, да, я задолбаюсь сейчас перечислять, да. куда только не пускать. Да-да-да, куда, куда угодно, только не на пригород ее пихают, ну вот на пригород у нас, по-моему, только вот одно место, где она на пригороде ездит, это Октябрьская железная дорога. Кстати, а кстати, я видишь? тебе скажу, что вот, например, э от Питера до Выборга она идеально справляется со своей задачей. Я вот в Выборг ездил на uh -huh. ласточке, ну, uh -huh. она, она абсолютно правильно э выполняет, э как бы свою задачу. По объему пассажиропотока, по комфорту, и так далее. Ну да. Вот тут То стоит... есть картинку, понимаешь, вот картинку для октябрьской дороги, да, ну. Сделали, потому что Октябрьская дорога — это картинка вообще в принципе всего РЖД. Ну да. Не Московская дорога, там не Западно-Сибирская, Западносибирская, Октябрьская. Угу. Вот. Но пассажиропотоки там соответствующие, вот и подвижной состав они там подогнали, да. Там все отлично. Угу. Вот. Не в Москве, не в Екатеринбурге, где там нас, не в Сочах. Ну в Сочах может быть. Ну в, вот. в, 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 в Сочи по mm -hmm. сути как пригородник, они там и работают вот эти С 1 по сути то. Да. То есть, ну, где-то они подогнали, но в большинстве случаев э, ласточка мимо. Ну да. Сейчас мы чуть-чуть отвлечемся на комментарии. На самом деле у нас тут в чате уже довольно много комментариев понаписали. Там, наверное, вообще раздрай полный, а я даже не этот. Я тут в порыве эмоций. Ну, как всегда. А, вот. А, вот, значит, а, Тим да, Симпсон. Desire, это «Интерсити». Интерсити, uh, вот. смотря какой да, Пишет как бы тоже. Игорь Зафиевский. Да, вот uh, как раз Ты вот, uh, решил с конца начать, да Но, uh, скажем так uh, Как Интерсити Они, скажем так, в этом семействе Дезира Действительно некоторые поезда делались как Интерсити Но конкретно Ласточка uh, Конкретно для нашей страны Делалась именно как пригородник uh, И со всей этой идеологией Если мы посмотрим, у нее плечо вообще по ТТХ именно Сименсовскому 200 км. Угу. Она как бы на большее не рассчитана. У нее даже элементарно сортиры, прошу прощения, на такое не рассчитано какие-то большие расстояния. Да. Ну, сам серьезно, там просто вот емкость под Г, она как бы она не настолько большая. А, вот, а, так, значит, эм, идем дальше. Уважаемые пассажиры, перед отправлением поезда перестаньте срать. Отлично, пассажиры рады. Тим Симпсон пишет. А можно, пожалуйста, подробнее про кислородец или как там назвали Балтийц? Мы обязательно скажем это в нашей следующей теме. У нас будет следующая тема сейчас как раз посвящена теме запуска поезда Балтиец в Петербурге. И тоже будет материальчик от петербургских коллег, который любезно был предоставлен. Так, The Sea Wind тоже пишет, <связь> да, что вот а, Тим Симпсон, все по порядку будем обсуждать. Игорь Зафиевский, ух, опять тема привода. Ну, а куда же без темы привода? И, кстати говоря, глядя на такой большой, опять-таки, заказ как раз на Иволги который недавно был подписан с метровагонмашем ну ладно, понятно, что в данном случае это... Это просто тяжелый вздох прямо перед метровым Вагон машин был... Ну потому Я что... Да, ну потому что на самом деле зачем эту вывеску юридическую вешать? Это уже второй раз на моей памяти, когда вешают эту юридическую вывеску. При заказах, угу. да? В прошлый раз это было при заказе... При одном из заказов трамваев Витязь М для Москвы. Там тоже, собственно ну, да. говоря, метровагон Маш и все дела. Ладно, понятно, зачем это было надо для ПКТС и почему так сделали. Для ПКТС ТМХ и, в частности, метровагон Маш на конкурсах ⁇ это Таран, который позволяет, собственно говоря, продавить любой конкурс и пройти. Вот, они этим пользовались не только в Москве, насколько я помню. Вообще, в принципе, да, вот этим всем делом. Так, эм, Вальтер Фокс пишет, что 3.0, куда, по идее, должны отправить в эксплуатацию? Вот это большой вопрос, но, видимо, по идее, их должны будут направить э, поначалу, по крайней мере, да, на то, что будет третьим диаметром, но тут большой вопрос, а что запустят раньше, потому что у нас, значит, пишут, что третий диаметр запустят, запустят раньше, но при этом есть слух, что будут пускать киевское плечо четвертого диаметра, первого, поэтому тут какие-то вот вопросы такие, они на самом деле сейчас очень непонятны, сейчас главное, чтобы вообще, в принципе, в производство это все стабильно запустили, у нас всего три, ой, 5 иволк три ноль. И э, что у нас и... сейчас будет дальше, и... да, как у нас будут сейчас решать вопрос э, с тем же инвертором и кучей других комплектующих, это большой-большой-большой-большой вопрос, а у нас уже как бы большой заказ заново, у нас тут как бы все перезаказали, а пуски у нас близко уже, да, там 23-24 годы, да, по концам и того и другого и как это сейчас все у нас будет Слушай, а знаешь что? А у меня сейчас в голову закрылась такая идея. А вот смотри, вот есть у нас третья и да, в количестве пяти штук, которые по факту, даже если Киевку запустят в качестве вот диаметрального чего-то там, ну да. Но ты пятью Иволгами Киевку не закроешь. Вообще никак. То есть пятью Иволгами ты сможешь закрыть участок там от Москвы-Киевской до, до Чакова, и все. Ну, вот, примерно и так, то, не да. Фак. Примерно вот. так. То есть здесь, знаешь, в данном случае, если, например, запуск, неважно, там, третьего диаметра или диаметра по Киевке, будет раньше, чем успеют наклепать Иволк, хотя бы под запуск чего-то одного из... Вот, не легче ли их будет кинуть э, на дополнение на первые и второй диаметры? Ты знаешь, Я катать мне... заодно. Ты знаешь, мне почему-то кажется, что первые и второй диаметры будут первыми, собственно говоря, диаметрами, где эти первые и 3.0 будут работать. Ну, потому что пока больше некуда. То есть я сложно себе, мне сложно себе представить, чтобы в какой-нибудь условной апрелевке, да, их прям так с бухты-барахты начали обслуживать. Хотя они там отстаивались первые две Иволги, которые еще вообще 0-0, да, у нас были об опытные машины, пока в новопеределке накатались. Но они там только отстаивались, обслуживались они не там все равно. Поэтому тут вот как бы вопрос, 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 вопрос. Вася Screen Project пишет, в т 4 а все импортное, сейчас не получится скопировать даже эти наработки. Ну, то, а что... где пруфы того, что это 4 а полностью импортная? Вот я что-то... Ну вот. вот он дальше пишет следующий его комментарий. Лично угу. лазил в вагонах это 4 а на базе запаса. А, даже реле импортные. Ну, в принципе, ну, да. то есть, понимаешь, как бы я даже не удивлен этому, да, у нас могут схемотехнику в целом все разработать, да, как это должно выглядеть, а начиняют у нас это все равно все начиняли точнее до этого года, mm -hmm. у нас все это импортом, ну, потому что своего либо не было, либо было, но плохого качества, либо было, но не было и понятно, как оно работает, потому что все боялись и не хотели как бы с этим связываться. Иван Мамулин пишет «Шалом». Ну, шалом, шалом, правоверные. Шалом Алейхин, да. Да, Игорь Зафиевский пишет «А Иволги нет переменной, я слабо себе представляю, куда там а, а, тяговый трансформатор засунуть». Ну, если уж мы говорим про тяговый трансформатор, то мы можем, вообще переменотоковую Иволгу, то мы можем вспомнить, что вообще как бы пока известные события не ударили больно нас по голове, Uh, был же уже заключенный контракт на поставку uh, специальной версии Иволги для линии Ретира Пилар в uh, этой самой uh, В Аргентине. Uh, вот, сейчас, конечно, mm -hmm. контракт приостановлен, его не разорвали, он в стене приостановлен. Кстати говоря, как и поставки 765 я так понимаю, uh, в Метрополитен Тбилисия, да, Это два такие подвисших контракта, которые сейчас пока никуда не лезут, они заморожены. Вот, я думаю, Но что... имеют, имеют, как бы, да, перспективу на то, что их возобновят и вбились появится 765-й. Ну, понимаешь, в чем дело? Все будет зависеть от того, как быстро либо заморозят. Скажем так, известные события, да, либо ну, они да. закончатся. Потому что, собственно говоря, а что... все будет здесь от зависит... то Ну, скажем так, понятно, что как только все это закончится, будут тут же отменяться все санкции. О чем, кстати говоря, неоднократно заявлялось высоких трибун, и это известный факт, что вот угу. как только все закончится, санкции тут же немедленно снимаются, потому что на самом деле они не выгодны никому вообще. Да, это в данный ну, ситуации... да. Вот я и... слышал про эту историю, да, что. Да, это 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 заявлялось официально. Во-первых, это заявлялось и в Германии. Но в и другой стороны, а с другой стороны, ведь если задуматься, а реально смысл их продолжать? Ну да, вот и то собственно... есть это можно вот буквально вот одним чудом... Ну условно да. от одним щелчком пальца их действия прекратить, но последствия вот этого завершения все равно еще какой-то момент тянутся. Ну, конечно, это понятно, да, сразу такое не заканчивается. Ну, вот как я уже, по-моему, в одном из прошлых эфирах рассказывал, весной этого года мне довелось пообщаться с человеком, который, собственно говоря, занимался закупками, и вообще контакты, mm -hmm. да, с этими компаниями, которые у нас уходили, это все, что связано было как раз с транспортным машиностроением Они все тогда по весне говорили одно и то же: мы уходить не хотим, нам это не нужно, нам это не выгодно, нам плевать на. Далее идет запрещённый. Потому нашей что снова. российский рынок даже в плане вот именно вот транспортном, он достаточно хорошо интегрирован, как минимум с Европой. Да. Да, ну вот там именно железнодорожный потому, рынок, да, да, вот, да, там из США очень есть... тесная интеграция была на самом деле, потому что ну там на много не чего знаю, поставлял. Там на самом деле очень много чего тоже приходило из штатов и приходило, кстати говоря, в хорошей продукции. Вот, это именно комплектующие разные такие вот. Угу. А, поэтому понятно, что это никому не выгодно и что как только все это хоть в каком-либо виде завершится, санкции будут отменены тут же. А, поэтому Понятно, что сейчас, да, есть вещи, которые нужно сделать здесь и сейчас, поэтому крутится, изыскивают новые варианты. Это как, вот, например, был слух, что э, по 775 все микропроцессоры, там же микропро на микропроцессорах, все построено. Mm -hmm. Ну, впрочем, это не первый поиск, если все так построено. да, но там вот прям микропроцессоры mm -hmm. это же тайвань, по-любому. Это не только тайвань, на самом деле их много где производят. Ну, если мы говорим о промышленных процессорах, там на самом деле на промышленных mm -hmm. процессорах. Да, на промышленных процессорах не требуется такой вот прям микроскопический э, техпроцесс типа 7 нанометров. Там можно спо вполне спокойно и 60 mm -hmm. нанометров запихнуть, и они будут выполнять. Там 386-486 процессор поставить можно, и он будет сегодня выполнять эту функцию э, вполне спокойно. Э, Но тут... там особо объемы работы, в принципе, большого и не что... требуется. Там нет никакой мультимедии по существу, и там нужно в первую очередь считать. Да. Вот, поэтому с этим справится любой по современным меркам древний процессор. Вот. Но опять-таки, учитывая то, что как бы непонятно, что у нас можно по этому поводу по произвести, МЦСТ, конечно, может сделать, но тут много вопросов. Mm -hmm. Опять-таки, будет ли это пригодно именно в такой технике? Поэтому, например, ну, это был слух, который, у которого нет подтверждения, что, например, в качестве резервного варианта мы тище рассматривали построить всю схему на плисах. Это программируемые логически интегральные схемы. Вот, mm -hmm. да, вместо, вместо, значит, соответственно, схемы на процессорах. То есть, вот как-то что-то крутится, что-то вертится. А что будет дальше? Ну, непонятно, да. Вот. Ага. <с playing> <-у> <Laura> а -а слушай. Вот тут Егор Чернов пишет: У меня, кстати, эта идея тоже в голове возникла. А типа, инвертор, как в r 9 запихать в шкаф. В вот вагона. просто знаешь, ты прикинь. Да, вот можно без да, вот прям посередине вагона даже можно. Да, вот ты прикинь себе Иволгу, да, <соценно> со шкафом таким, ну, <соценно> который вот, чтоб... торчит. И еще к нему <соценно> туда сортир припилить, прям чтобы как ласточка. <laughs> а, на самом деле, на самом деле, такая компоновка на опытных асинхронниках, которые делали в советское время, выпускали а, да, там так и делали, там инвертор в основном пихали в салон, но если мы говорим: <laughs> да, и возвращаясь, кстати говоря, к теме, куда засовывать выволги допустим, тяговый трансформатор, если делать ее переменной, то это как раз вариант, что инвертор можно, например, запихать на крышу, а трансформатор под вагон. Mm -hmm. Вот, да. При этом, как бы тяговый инвертор, да, это у нас традиция запихивать все в один контейнер. Причем эту традицию мы почерпнули, собственно говоря, у французов. Mm -hmm. а, вот. А, но на самом деле тяговый инвертор, вот эту всю вместе со всей обвязкой можно выпустить несколькими отдельными блоками и дальше эти блоки скомпоновать на крыше. Никто не мешает это сделать. Ну, то есть, в принципе, поиграть с компоновкой можно, что куда там запихнуть, это такие варианты. Так, Вальтер Фокси пишет, объясните, пожалуйста, чем асинхронные приводы лучше коллекторного. Все очень просто. У асинхронного привода выше коэффициент полезного действия при меньшем энергопотреблении. Это главное... Да, у их... асинхронника КПД достигает 97%. 95%, по-моему. Против что то там 85-93 у коллекторника. Там, да, у коллекторника еще ниже, там намного ниже. Даже ниже, ниже. это там, я, ты, да, видишь, это они доневожение к коллекторникам, потому что, видишь, они какую перспективу-то имеют. Ну да, к сожалению. Вот, плюс, соответственно, например, если мы говорим конкретно о двигателе, да, асинхронный двигатель в плане обслуживания значительно легче и проще. В отличие от коллекторного, да, если мы говорим о самом приводе, да, то, соответственно, РКСУ это спло сплошная электромеханика. Это сплошные контактные группы, щелчки, пстанки, ну да, непонятное оборудование, да, это... которое занимает кучу пространства полезного. Да, это сплошная электромеханика, которая и сложность куда сложнее. Эксплуатации. Да, вот, потому что если мы, ну в нормальных условиях, да, в случае с синхронным приводом, там как бы все меняется блоками просто. Если что-то не так, это вытаскиваешь, ставишь другой, и все, и мы поехали. И на этом все обслуживание. И раз с каким-то интервалом надо продавать все это дело от пыли. Вот даже сейчас как раз немножечко уплывем в другую сторону. Типа некая модернизация вагонов типа Нева в Петербургском метрополитене. Там, mm -hmm. там тех заданий выплывало, и там все обслуживание, собственно говоря, тягового привода сводилось к тому, чтобы продуть его от пыли. По сути. А, вот, да, ну, с, конечно же, с РКСУ так не получится. Так, Дмитрий Сильвеструк пишет, на Минск аж ездит, на Минск 7 часов. Прости, господи, mm -hmm. это про «Ласточку». А, uh, да. Unknown Artist пишет от Санкт-Петербурга до Выборга. Комфорта нет, ласточки переполнены. Дарт Трейн пишет... Не знаю, я ездил, Стас, подожди. Вот я ездил, у меня ничего там не было переполнено. Я спокойно сел на свободные места. Э, доехал до Выборга, да, там э, все места были заняты, но, но не было того, знаешь, как... На МЦК, на Ленинском проспекте, ты заходишь и прям тебя там задавливают туда в вагон, чтобы ты уехал. Да, там точно. такого нет. Потому что ласточка там два по 5 угу. вагонов. Вот, угу. И я ехал, значит, с утра в выходной день, и там прям две ласточки подряд. Одна там в 11.39, и следующая за ней тут же в 11.45. То есть езжай, не хочу. И ну, также нет. они едут обратно, две ласточки подряд. Но тут Ни о каком там забитом поезде речь не а, идет. Тут есть резонный вопрос. А во-первых, в какой день недели и в какое время ты ездил? И какой был? выходной в... день утра. Но это как раз в субботу утро. А. Это самое время поехать в Выборг погулять. А. суббота субботу утром. В субботу утром наши православные граждане в шутку, конечно, скажем, да, отсыпаются с перепоя пятничного. Ты чё вообще? Ты о чем? Ты куда? Они, дай Ну, не знаю, но для меня суббота это самое время, чтобы поехать на электричке на дачу. Ну, это для тебя. Ну, для меня тоже, да, суббота утро, это поехать на электричке на дачу в погожий день. Все остальные в это время отсыпаются. После пятничного бухича. Ты о чем вообще? Ну, они, они, да. они очнутся, дай бог, к полудню. Как бы, ну, вообще, это самое. А вот, если бы ты в будни съездил, думаю, картина была бы иная. Кстати говоря, маленькая ремарочка по э, лошади Гагарина. По, по поводу МЦК. Э, mm -hmm. Там. В одну сторону тебя вдавливают и впрессовывают, это когда ты едешь в сторону Кутузы. А если ты да. едешь в сторону Крымской, там наоборот, потому, потому что там все вы, вы, вы А выпиливают. там никому и не надо с Ленинского на эту крымскую несчастную ехать. Ну, там даже еще... нет такой связи у нет ну, та, Не, ну там дальше-то идут более нагруженные станции, там идет ЗИЛ дальше, там идут, кстати говоря, Но ЗИЛ котлы. Нет. Верхние козлы еще. Ладно. Да, вот, там идет автозаводская, которая тоже не слабо так нагружена, но вот все как-то вот когда в ту же сторону едешь, все как-то выпихиваются из вагона именно, mm -hmm. именно на лошади Гагарина, и дальше уже ты такой едешь вольготный, пустой, можешь даже места выбирать, где сесть. Причем даже в час пик. Вот, то есть это прям очень интересно. Так, Дарт Трейн пишет, «Ласточка, по сути, как пригородник, работает в Пятигорске, и насколько я mm -hmm. знаю, что такое есть в Калининграде». В Калике, кстати, ласточки вполне себе оправданы. Там пассажиропоток, но ну, он достаточно сезонный, во-первых. А, вот. Но по своему опыту скажу, когда я там был, ну, правда, это тоже ремарочка небольшая. Я там был в 2010 году. Я не знаю, насколько снизился пассажиропоток с того времени. А, вот. Но из Светлогорска на Калининград я ехал в электричке. А, ну шестивагонная верка была ну знаешь, ну я я думаю я по БМО еду, Но там сидел полтора человека, то есть там даже ласточка это жирно, там можно было бы спокойно пустить РА 2 может быть опять же я не попал в какое-то определенное время, Алло. ну вот, да, э, вот я тебя внимательно слушал я... все это время, в какое-то время, может я опять не попал там в час пик вот. Но в Светлогорске вообще на Калининградской дороге у меня не возникло ощущения того, что там какой-то, знаешь, вот, есть переполох, есть час пик. Там как-то все это размерено, и вот эти вот там полтора-два человека, они ездят просто в течение дня. Угу. Интересно. Так. Но это опять же говорю, 2010 год. Я не знаю, что там с тех пор поменялось. Ну, я думаю, что поменялось что много. Ладно, Ты... 2 поменялось на... на ласточку, да. Ты вспомни, пожалуйста, что Калининградская ЖД как раз где-то в те же годы э господин Беседин э руководил mm -hmm. тот самый печально известный потом руководитель московского метро, при котором и финалом mm -hmm, да. карьеры которого, с, по крайней мере, московского метро, стала авария, которая произошла. На 15 пыл, да. июля 2014 года на арбатско покровской линии, да? То самое да, я тогда, кстати, из деревни ехал. Я, я с утра прочитал эту новость, вообще ошизил, если честно, на какой-то момент времени. Меня этой новостью разбудили в тот день. И, собственно говоря, я потом сидел, собирал всю информацию, передавал там по знакомым и так далее. Вот, это, конечно, была дикая история. Но вот, собственно говоря, господин Беседин, которого в московском метрополитене, звали не иначе, как Мебель. Он проставился, медлен, на Калини... да. Да, он проставился на Калининградской ЖД ничем иным, как, собственно говоря, по сути, уничтожением пригородного движения. И калининградцы это до сих пор помнят. Кстати говоря, если ты хочешь, чтобы нас сожрали, мы можем вполне спокойно сейчас начать называть Калининград Кюнигсбергом. Привет, Кёнигу, да. Да, я как-то уже... А, да, вот еще год назад, по-моему, где-то я делал выпуск, mm -hmm. я там задался вопросом, что раз уж у нас так любят возвращение исторических названий и всего такого прочего исторического, то почему бы не, не закончить наконец-то с дискуссионным вопросом и не вернуть к Ленинграду его историческое название Кёнигсберг? Тем более, что... Ну, я не знаю, Про... оно мне, мне как-то, знаешь, на язык лучше ложится, чем да. Калининград. Да, да, тем более, что когда в прошлый раз эта территория да, до Великой Отечественной войны входила в состав Российской империи, еще это при Екатерине Великой было, он входил в состав нашей Великой Родины все с тем же названием Кёнигсберг, никакого Калининграда. Вот, — ну, ну и Калинин тогда не было, давай начнем с этого. Ну, в том смысле, что его даже не пытались переименовывать. Вот. А тут, а когда... зачем? Да, а тут, когда я задался вопросом, почему, собственно говоря, это самое, меня в комментариях тогда чуть не сожрали. Ты чё? это? Ну, это ладно, такая маленькая ремарочка, так поржать да. называется. А, идем дальше по комментариям. Франк Зор пишет, спрашивает. Так, когда будет ролик про 81-760? Ну, я могу сказать так, что, во-первых, не ролик, а серия, потому что это будет достаточно большой по объему материал, возможно, что он будет даже близок к материалу про Русич, да, про ту серию. Кстати, по номерным тоже очень объемно все получится. Ну, потому что там после, не только 760 в этой серии будет, там будет и все, что после него, потому что это все как бы одна и та же платформа. Я um... вот, кстати, да, я вот хотел, кстати, обратить внимание на это, что... А, нет смысла делать отдельные ролики вот про 760, про <как> 765 и про 775. Это можно вот сделать. про 725 сделать тоже. Чем -то одним разбив да. на три главы условно. Ну да, или все запихать там, я не знаю, в один час экранного времени. А вот, а Потому что на самом деле это все деривативы от 760 вы делать какой-то отдельный материал. Отдельный нет смысла. Это будет большая серия, большой фильм в данной ситуации. Я не могу сказать, когда это выйдет, потому что... В принципе, каждая серия энциклопедии метро готовится довольно долго. Я просто хочу напомнить зрителям, что, например, серия про вагоны типа Е делалась несколько лет. Текст был в первом его варианте написан аж в сентябре 2019 года. А выпустил да. это в сентябре прошлого года, то есть год тому назад. мне меня первый сентября, текст да. про фильм МЦД был составлен еще летом 2020 года, но он до сих пор составляется. Ну, да, я точно. уже даже сделал несколько трейлеров, но я просто понимаю, что я не могу сейчас выпускать что-либо законченное. Я даже уберу тот факт, что у меня сейчас нет технической возможности это реализовать, именно технической, да, но сценарий просто вот я сижу, читаю там всякие вещи про МЦД. Я понимаю, что если бы я выпустил это там, в 2021 году, сейчас бы я бы на это смотрел как на ну что-то явно недополненное и м -м, неправильное. То есть ну, здесь да. надо ждать вот какого-то именно окончания этого проекта, если, конечно, оно будет. Угу. Вот. Но об этом мы еще не раз, я думаю, будем да, говорить тема. в следующих эфирах, потому что. Тема МЦД, она как шам на сердце, знаешь. Особенно у тебя. Да. Особенно у меня, да. Вот, поэтому я пока притих с этой темой. Вот. Да. В любом случае я скажу, что фильм будет. И не сомневайтесь, что он будет сделан хорошо. Но я просто хочу, чтобы, знаешь, была полнота картины. Ну, я не спорю. Они вот это вот, типа, вот, смотрите, МЦД запустили, они обосрались, ха-ха-ха. Ну да. <с Давай <с мы сейчас быстренько пробежимся по оставшимся на данный момент комментариям, чтобы перейти уже к следующей теме. Итак, Давай. Игорь Софиевский спрашивает, чего? Плиз гораздо более темная тема. Я не спорю, что это гораздо более темная тема, но как такой вот вариант, по слуху как резерв некий, да, на, в, в мотечек, по крайней мере, еще там 4 месяца назад рассматривался по той информации, которая есть у меня. Видимо, <соспособление> похоже, отложили, я надеюсь. Так, и пишет, нельзя слишком много силы пихать через пассажирский салон. Это, видимо, про размещение тягового инвертора в том или ином виде на крыше ну да. Да, это мы тему обсуждали. Так, Егор Чернов, кстати говоря, сегодня тоже у нас модератор чата, пишет, у меня друг помогал и на R9 гонял в Приморье, постоянно с прищепками на работу ездил. Релюхи, когда отказали, схему на прищепках собирали. На технологии. На на технологии. Вот на на я вспомнил дебильную песню Барри Алибасова. О, господи, да. ну, слушай, я вот в дополнение к комментарию Егору Чернову могу сказать, сказать, что э, в худшие годы на хабинские бригады вот э, каждый второй состав гонял Каждый второй состав. Мало того, что там была страшная сборная солянка, и в r 2 т можно было увидеть куски d 4 м в шкафах и наоборот, естественно, ничего не обходилось без прищепок. Ну да. Ну, у нас А еще правда, Лобня, ты, ты забыл, у нас же еще одна звезда кардобалет есть, Депо Лобня, Ой, которая да. это вообще, это было прям... А, и Раменская, кстати говоря, Раменская тоже. А ты вспомни, как... Три... Раменская сейчас скатилась. Тогда вот, когда Нахабина закатывалась, ну, когда у Нахабина был закат, перед тем, как то пришло ЦППК, Раменская еще не... Ну, скажем, по, -по моим по моим ощущениям и по, вообще ну не так там все плохо было да да хуже зато... чем у да 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 хуже чем у Александрова но не, не так критично как зато сейчас по... да зато после пуска МЦД именно туда спихнули кучу а, хлама из лобней да хлама из лобней и ты вспомни случай как там собственно говоря при осаживании состава то вагон разорвало две половины это вообще это выглядело очень красиво это было прям а знаешь, чей вагон был на Хабинский? На Хабинский все-таки. То... Из Лобни передали в раму, а в Лобню передали из Нахабина. Так что привет нахабина. Понятно. Так Анкнавон аутист пишет: Пятница утро, в СПБ последний раз ни я, ни мои знакомые не попадали в такую ситуацию, где проход между сидениями не был бы заполнен пассажирами. Это как раз по поводу вот, собственно говоря, той электрички, которую мы обсуждали, как а там. ну там. пятница утро. Я говорю про субботу утро слушайте внимательно, уважаемые пассажиры. Вася Screen Project пишет в Калине. Очень много народу неделю назад там было. Он к нам аутист пишет в выборг из СПБ. По логике это должно быть против потока. Коллекционер 1.0 пишет. Всем здрасте. Тоже здрасте. Вася Screen Project тем временем за два часа мой ролик про Балтийца набрал одну тысячу просмотров. Мои поздравления. Да, The of Shell, пишет Вася Screen Project. Нормально, у меня набрал за сутки четыре тысячи просмотров. В общем, пошло. Ну, давайте дом... не мериться. Да, давайте не будем мериться а, противопоставленным пальцем. А, назовем это так. Вот. А, и мы переходим к нашей следующей теме. Балтиец. Mm -hmm. О, у тебя опять связь полетел. Нет, все нормально, все, давай, поехали. Собственно говоря, ты сейчас говорил, когда была отбивка. Ну ладно. Итак, балтиец, произошло-таки наконец-то таки, наконец -таки что-то по-настоящему современное, пусть и в очень дешевом варианте, ну, удешевленном варианте, да, по комплектации появилась в Петербургском метрополитене mm -hmm. в кое-то веке куча материалов, фото-видеоматериала, куча всего такого вот прям очень ну прям видно что в Петербурге это таки было событием самым настоящим ловили по-моему все прям И... как будто ждали прям а потому что действительно ждали да вот а, к сожалению согласно описаниям людей которые наблюдал а, вентиляция не работала в первый день а, вообще ни в одном вагоне слушай, даже слушай ну мы собственно по-моему ну конечно ставки не ставили но мы на это загадывали, как бы будет ли работать, будут ли работать просто вертушки без кондиционеров. Угу. Вот, видимо. Видимо, они не смогли это переработать таким образом, чтобы она работала просто без э, охлаждения. Я думаю, здесь несколько другое, потому что, скажем так, климат -то у нас, например, способен работать просто как вентиляция без климатической составляющей. Он как бы может mm -hmm. работать раздельно. А вот, а если же мы говорим про пуск Балтийца, ты знаешь, это очень похоже, на самом деле, как пускали 760-й 10 лет тому назад. Тебе ты... взяли и поехали. Ну да, потому что, ты вспомни, во-первых, пуск 760 тоже несколько раз переносился. И каждый раз называется страница. Не, ну они, подожди, они же его покатали по бутовке по, для картинки. Вот, потом как-то Нет, по бутовке п... стой, 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 стой... собрали и уже пустили по калинке, нет? Да ты вообще уже забыл, как эта вся история была, да? Я же забыл, блин, 10 лет назад. Как бы испытания 760-го начались в июне 2010 года. Состав пришел в мае, испытания начались в июне. Вот, закончились, они сертификации в ноябре-декабре. 2011 года, и дальше, соответственно, начали приходить первые серийные составы, на самом деле, установочная партия, и дальше, это вплоть до апреля месяца, шло там обучение машинистов, которое шло очень интересным образом, что просто ставили галочки за тех, кого не было на обучении. Там просто буквально один-два часа. А, там. То есть ты с номерного садишь на 760 и типа сел и поехал, да? Да, это было примерно так. То есть как-то там показывали, то есть ты должен был хотя бы раз поприсутствовать, просто как, как более опытный машинист посмотреть, как он водит, и все. То есть это, это для вот прям меня вот так, новость. Да, это прямо вот так вот галочками было. Но самое главное, что когда 12 апреля 2012 года а, пускали 760, и картина была точно такая же, как и в случае с Балтийцем в Петербурге, а, выпустили а, вместе с мэром на одну баранку. А вот это был единственный случай, кстати говоря, когда на 760 там вот работали кнопки адресного открытия дверей. Больше они mm -hmm. не работали. Это был единственный день. Вот, да, климат правда работал, но ты вспомни, состав вышел на эту баранку, зашел обратно в депо и потом несколько недель больше никуда не выезжал ну, под пассажиров. На mm -hmm. выезжали, под пассажиров нет, потому что продолжали устранять косяки. А я это к чему? У меня такое ощущение, что вентиляции занимались при наладке в самую по последнюю очередь, и явно там еще много чего не доналажено но просто учитывая то, что у Беглова был, собственно говоря, в графике, было в графике окно именно в этот день, то решили, что ладно, сделаем презентацию и типа... Под него типа подгоним, да, да, пусть он покатается, а дальше мы там уже будем да. разбираться по ходу съезда. Да, и, собственно говоря, уже после этого будем Уже окончательно все это доводить до ума Тем более, что э, я сегодня в, э, Такую информацию словил Что вообще В депо Автова 725-м умеют управлять Всего два машиниста А состава уже три состава уже три И там следующие уже идут Там уже были фотки пятого состава на сборке Кстати говоря, у него Некоторые отличия, его наконец-то вверх зачернили на маске, вот где табло. Mm -hmm. Вот. Так что какие-то изменения уже продолжают носиться? Но... Ну, слушай, а вот так вот: 725-й, да. А, у них же вот уже из чего-то нового в автово, да, есть юбилейный. Ну да. То есть э, я просто хочу вот такой вопрос закрыть. А неужели. Э, Юбилейные балтийцы, они сильно различаются между собой принципом управления. Mm. Они же оба асинхроники, нет? Они, конечно, оба асинхроники. Только у 722-го, собственно говоря, привод хитачи. И там вообще, как бы, не, не полу... но... И там, как бы, вообще не вышла такая ситуация, когда придется вообще массово эти контейнеры тягового инвертора «Хитачевские» менять на тот же КТП-4. Угу. Как это уже было а, в 2010 году на бутовской линии, когда выкидывали контейнеры Альстомовские и меняли их на КТП-1. Ну да. Ну слушай, ну я видел фотку на том же злосчастном СТТС, что первый состав юбилейного уже погнали на ТР3 куда-то там, то ли на ОВРЗ, то ли в Москву, не помню. Ну, в мытище в смысле. Подожди, вот. на ТР3. Если его на ТР-3 сейчас, TR... сейчас гонят 722. -я. Ну, я про него и говорю. Да. Ну да, 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 да. Вот я просто, знаешь, как-то у меня это вот. самое... Не, не, не <связано> возникнет <в голову>, <связано> та ситуация, что будут перекидывать э, тоже их приводы на что-то э, из местного, местного производства. Я думаю, что пока еще рановато. Вот. Тем более, что ТР-3 сейчас как таковой, он плановый у них. Вот. Mm. Игорь Зафеевский спрашивает, КТП-4 это от 775-го. Ну, вообще, да, КТП4 это то, что. Э, в общем, как я понял из того, что вот э, сумел э, разузнать, что КТП-4 это тот же КТП-3. В общем, короче говоря. Поздняя итерация КТП-3, как известно, лишилась активного охлаждения. И, собственно говоря, вот этот КТП-3 без активного охлаждения с некоторыми там еще под шам... он же еще и уменьшился в размерах, там э, что-то еще переделывали, вот и решили это назвать КТП-4. И да, он есть на 775-х, и он теперь есть на 725-х на балтийцах. Так что тут, как бы, балтийцы у нас, несмотря на то, что есть некоторые удешевления по комплектации, но привод то они получили самый, самый современный из того, что у нас сейчас можно получить. Вот. Я предлагаю сейчас на секундочку прерваться и посмотреть видеоматериал от нашего коллеги из Петербурга. Собственно, угу. обалдеть, с со всеми его звуками и так далее. И поехали. Давай. И мы продолжаем. Сейчас вы видели воочию 725-й, он же балтиец, он же кислородец. Итак, тот ранее в комментариях уже спрашивали, а почему, собственно говоря, балтиец кислородец. Вся история заключалась в том, что некоторое время тому назад, во время одного из интервью, один из, насколько я помню, сотрудников депо Автова, вроде бы выдал такую замечательную вещь, что типа кондиционеров э, не будет в Петербурге в вагонах метро, потому что, э, внимание, воздух в Петербурге перенасыщен кислородом, и поэтому его нужно просто доставить с поверхности под землю. После этого и появилось <связано> саркастическое название «Кислородец». Что серьезно, вот это на полном серьезе человек выдал. Да, это на полном серьезе это было выдано. Даже а... на секунду не задумался. Я, ты знаешь, вот как-то даже не подумал, надо было прямо это найти, выдернуть эту цитату и, собственно говоря, прям вот сделать отдельную сцену с этой цитатой во весь экран. Вот я не додумался это сделать перед эфиром, пока мы решали. Еще эти знаешь, что я масштаб вот непосредственного лица увеличить так, чтобы, знаешь, он такой полуразмазанное, полуразмытое было и звук э, сделал так, чтобы у тебя колонки трещали, <как> знаешь, как вот мемы делают там или эти ремиксы там нарезки вот это все, он вот, типа угу. вот, вот такого что-то сделал типа там кислорода много, ну да, что такое, ну что-то в этом духе примерно вот так вот Игорь Зафиевский пишет: там еще один плюс Возможность остановки до нуля чисто моторами. Это по поводу того, чем лучше синхрон... Нет, по поводу того, чем лучше асинхронный привод по сравнению, собственно говоря, а. с коллекторниками и этим самым ресурно Да, теоретически такая возможность есть, но некоторое время назад мне объясняли, что. Полностью до нуля все-таки на а, а, одном ЭДТ не затормозить. Что это вроде как да. даже не, не шибко-то возможно по фи физическим законам. Физически это невозможно, да. Я да. могу это подтвердить, знаешь как, не в плане опыта управления поездом, а в плане управления электросамокатом. Угу. У электросамоката вот не у одного, что я ездил, а там тоже синхронник, считай, вот ты тоже тормозишь и он тебя там на одном на двух километрах но ну, у него все отключается и все там нет возможности, чтобы вот ты прям до нуля электричеством тормозил. Мне кажется, ну, никогда это не будет реализовано в ближайшее ну, да. время. Ну да, и самое главное, что вот в поздних итерациях КТП-3, который KTP3, так и обозначается как КТП-3, и, соответственно, КТП-4, в обоих <с Childhood> итерациях мультического привода заявлена полная остановка на ЭДТ до нуля. Но если мы посмотрим и прислушаемся, мы обратим внимание, что и поздние 765-е... И 775-й все поголовно дотормаживают не ЭДТ. То есть, он... Пневматикой. Да, пневматика. То есть мы э, и это прям даже по писку слышно хорошо. Э, по вот этой Потому ферме, что он прерывается раньше. Да, да он, он общем, прерывается раньше. То есть мы, мы, мы прям по вот этому писку можем прям услышать. Вот мы тормозим, тормозим, тормозим эдт Мы дотормаживаем. И вот последний и там, потом... метр два все звук привода видно уже что привод отключился что токи там не идут и все и дальше мы уже да вот последний вот эти метр два мы дотормаживаем пневматикой но это слушай это даже на примере не синхронного привода а на примере э, коллектора но можно привести что тот же самый номерной э, ну тоже так же тормозит. То, что до 5 км в час у него работает ДТ, да. а потом уже дотормаживание идет непосредственно пневматикой. Ну да. Вот. В том числе. Ну да, 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 да. Так, Анкнаун Аутист пишет это по поводу, соответственно, видео. Скрипт тормозов классный. Ну, что поделать. Одностороннее нажатие колодок, от этого никуда не денешься. Вальтер Фокси пишет по звукам в 760. -м. По звукам 760 напоминает. А ну... вот, кстати, мне это напоминает какую-то коллаборацию между 760 и юбилейным. Ну, да. То есть там, кстати говоря, и 775 тоже слышен, и 765 слышен. Ну, потому что это такой <coughs> сборник цитат получился по звукам. <coughs> mm -hmm. То есть движки там одни. Привод там другой, соответственно, карданные муфты там третий, редукторы там четвертые. Ну и все вместе вот так вот оно вот поет. <coughs> Прошу прощения, я Тут полторы недели гриппозничал, у меня до сих пор еще не до конца все прошло. Ничего страшного, вот не, не переживай. Кажется, смело. тебе. Полез. Ну да, я просто боюсь. Здоровые. Да, главное, что, главное, чтобы зрители тут с ума не сходили. Так, Михаил 123 пишет, поручень в дверях. Сейчас. Отмотал. Вот поручень в дверях. Поручень по... в дверях, во-первых, не везде. везде а Во-вторых, в... еще и с одной стороны, дверного проема. Хочется только матом это описывать. Нет, чтобы везде поручень сделать, и более высоким его сделать. Лишь бы сделать вам Михаил 1, 2, 3. Но это я так сделать, сделать, сделать. Да, да. Это, собственно говоря, речь про вот эти поручни около дверей 725-х. Они сюда низенькие. Индисценно, похоже, не везде. Непонятно, зачем их сделали, зачем их вставили. Но у меня есть предположение, что с той стороны, где находятся эти поручни, там, собственно говоря, находятся вот как на номерных, и e образных, и, кстати, mm -hmm. на 22 вот эти лесенки, чтобы с канавы залезть в середину вагона. Видимо, как-то, mm -hmm. я подозреваю, для этого это сделано. Вот, Анклаун Аутис вспомнил еще одно прозвище балтийца более раннее сервант. Сервант, кстати, вот э, впервые впервые услышал. Э, почему? Потому что... Потому что? Потому что что? Ну, почему? <laughs> я, я подвожу к тому, что потому <laughs> что. Почему Сервант-то? Ну, почему Сервант? мне даст ответ на этот вопрос? Ну, я ладно, не знаю. Ну ладно, хорошо. <свят> сервант, вообще это прозвище появилось, как я понимаю, в одном из э, телеграм-каналов. Э, и... Там этому дали объяснение такое, насколько я могу вспомнить, что вот, типа, вот раз э, там нету таких современных фич, как сквозной проход, там хреново тучи экранов, зарядки USB и, соответственно, климат, то это как бабушкин-сервант, типа. Такой же устаревший и так далее, и тому подобное. Бла-бла-бла. Вот, а Дмитрий Сильвеструк mm -hmm. пишет: громче, чем Юбик, этот кислородец. Э, так. Ну, а здесь уже, мне кажется, начинают. Э спорить тоже вот мериться пальцами, типа, что там громче, что там тише. Ну да. Это, мне кажется, можно и пропустить в целом. Да, Рома Четрейнс пишет. Было спишет... бы прекрасно Балтийца закупить и в Москве. И пишет Иван Мулин. И пускать на пару с Москвой соответствие один к одному. Я считаю, что для Москвы есть Москва. Для Балтийца есть Питер вот, как бы, если Питер захотел себе заказать вот то, что он себе заказал, пусть себе и заказывает дальше. Как бы, если у Питера хватит денег и у руководства питерского метрополитена хватит мозгов себе купить состав аналогичный по комплектации составом типа 81-775 Москва-2020, пусть они себе его покупают. Вот, но в Москве мешать вот это вот у нас и так запарк <кх> у нас да у нас и так зоопарк, но только уже конечно из однотипных составов данным платформе 760 нам и этого хватает только ну, да. одной из 765 москвы у нас четыре модификации при том что вот э, для меня до сих пор остается загадка модификация точка 3 точка 3 это тот же точка 2 для филевки э, только уже соответственно без всех вот этих вот э плюшек, которые... Ричиндалов короче, э, с кнопочками и э, боковыми покор... сиденьями, да? Да, 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 да. Без встречной посадки. Тогда следующий вопрос. В чем мы, э, точка 2 отличается от оригинала? Точка 2 отличается от оригинала тем, что она просто чисто по своей механике, по своему климату, она больше рассчитана именно на работу в открытых условиях. У нее э, Насколько mm -hmm. Я помню, есть и подогрев э, привода, и чего-то подогрев колодок, и там что-то вот это все. Плюс, соответственно, там какие-то, ну прочие вот эти. Ты, ты же помнишь, когда выпускали 765-й, там э, даже в рамках одной модификации, там от полугода к полугоду что-то менялось, обязательно что-то новое добавлялось. Ну это понятно. Вот. Да, но вот номерные, вот, кстати, <как> тоже, когда <как> читаешь вот статью про номерные, там тоже видишь, что какие-то изменения периодически вносились, но они для этого не меняли целую модель. Ну, модель целую не меняли. Ну, так. Да. То есть там, когда уже что-то прям капитальное меняли, да, они выпустили там после, условно говоря, точка, ну, после 717-го точку 5. Угу. Да, когда уже прям, ну, уже какие-то конкретные глобальные изменения пошли, ну, так. Там какие-то локальные, там ä, по PSN поменяли, еще что-то там деревянные блоки не металлические, еще что-то ну, такие мелочи, но они для для этого не выводили отдельную серию. Ну да. Здесь вот. почему-то вот видимо, я так понимаю, решили сделать наоборот. Ну, вот как-то да, вот оно вот, вот так пошло, да, отдельные модификации, отдельные серии. Кстати, возможно, это связано с тем, что нынешний начальник завода «Метровагон Маша», он как бы вообще из Петербурга, из «Вагон Маша». А если помнишь, это там была раньше традиция, мы еще все дружно над ней смеялись, да, когда там плодили кучу а, точечных а, модификаций. Номерных, да. вот этих 540-х, да. Да-да-да. Что да, там, да, точка да. 7, точка ты, 8, ты, точка ты, ты, 9, как... точка да. 5, точка да. 2 есть да. и точка 1. Да. да, ты вспомни, как мы тут все в Москве дружно смеялись в нулевых годах над, этим, над этой всей темой. А теперь у нас у самих все то же самое. Вот, ну ладно, 775 в каком-то смысле все же имеет право на... Я думаю, именно отдельное модельное обозначение, потому что действительно изменений достаточно много, несмотря на ту же базу. А вот 765 вполне спокойно можно было назвать 760.1. Вполне спокойно. И на этом остановиться и больше никуда не ехать, да. То есть, это знаешь, это какую-то путаницу вводит. Мне да, тем более, тем более, что 765 первоначально... Так и обозначался. Он шел в, по всем документам как 760.1, и если мы посмотрим ранние презентации, там был именно такой индекс 765. Это значительно позже уже появилось как обозначение. Угу. Вот, хотя там, конечно, и больше нового запихали туда, это правда, но все равно там как бы критической массы, позволяющей дать именно новую модель, они не набрали. Um, так um, Ромач Трайенс uh, написал, это вроде начальник депо Автова говорил, это по поводу того самого высказывания, откуда потом и пошло ядовитый кислородец um, так um, Иван Мулин ой, как много тут понаписали -то. Um, так, сейчас ой-ой-ой-ой-ой-ой как много комментариев-то на самом деле сегодня там чат, да, прям живет. Да, The Sip пишет, uh, Дмитрий Сильвеструк, нет, Балтиец тише юбилейного, это слышно, когда он только приезжает на станцию. Ну, кстати говоря, ну, по звукам, да, если вот так вот чисто вот субъективно сравнивать, да, там, допустим, по видео, да, я пока только по видео могу сравнивать, ну, действительно, Балтиец получается тише, но это понятно, как бы, извините, бас Совсем другая уже, да, потому что ну, да. 722 это все-таки ближе к 760-му базовому, вот, а как известно, 760-е из всего семейства самые шумные были, и остаются, так, было бы, ага, было бы прекрасно балтийцы закупить в Москве, а, ты уже читал этот комментарий, так, Анкаун um, Аутист пишет, отвечает Ивану Мулину, а зачем, если Москва может нормально Москву закупить, а не нищебродскую? Но давайте все-таки без оскорблений и модификаций Петербург не виноват в том, что на самом деле у них такое начальство своеобразное, с своеобразными взглядами, что в итоге за овер до хрена денег, больше чем стоимость 775-го, они закупили э, удешевленную вот версию. Этого. Да, ну, поезд, в принципе, неплохой. Подождем, пока все пролечит, посмотрим, может быть, на самом деле с вентиляцией все будет очень хорошо. Так, Игорь Софиевский пишет, что у самокатов BDC в лучшем случае PMC, PMSM. Там другая физика. Так, Тим Симпсон отвечает Михаил 1, 2, 3. Это поручень для спуска подъема на путь по специальным ступеням, расположенным снаружи. Ну, собственно, о чем мы сегодня уже и упоминали. Так, Unknown Аутист пишет, от этого балтийца и отношения города чувствуется привкус. Извините, Кала. Вальтер Фокси, выздоравливай Стас. Спасибо большое. Вот я почти выздоровел уже, но у меня вот кашель пока еще донимает. Так. Анканаун uh, Аутис пишет, у Нивы .2 зеленая удобная компоновка поручней. Арсентий Гундарев, а посмотрите рендер первой версии смарта еще тогда, потому и сервант. Так, Дмитрий Сильвеструк, сервант, потому что смарт, плюс квадратный устаревший. Ну вот видишь, вот, пошли уже как раз и другие mm -hmm. версии. Понятно да, почему объяснение, так? почему ну... сервант и сервант. Ну да, так, Иван Мулин пишет, Владимир Конов, машинист, инструктор из Выхина, во время съемки 725 рассказывал, что управление это смесь 765 и 775 а они нужны в качестве эвакуационного выхода, а 825 просто сидение больше. Ну, скажем так, я опущу, оставлю за кадром да, личность самого Конова и его материалы, но я посмотрел то, что он выпустил. Если честно, с моей точки зрения, это очень сомнительная вообще подача материала. У меня такое ощущение, что он особо и не вникал, как мне кажется. Uh -huh. Да и вообще, ну, скажем так, не хотелось бы мне ничего плохого говорить, но он делает материалы примерно того же уровня, что и со своей медиа. То есть это хорошая съемка О, при, при не шибко не... хорошем содержании, на самом деле. И поэтому есть у меня некоторые сомнения, является ли он действительно машинистом инструктором. А не является, допустим, каким-нибудь... Человеком, там... который напрашивается в кабины, чтобы нет, сделать себе под видом машинистом инструктором. Я, я не про то, допустим, какой-нибудь диптрансовский... Такой вот чиновник средней руки, там, да, или, допустим, управление метрополитеном. нужна, нужна была какая-то личность, да. Нужно было чем-то ответить на огромное количество расплодившихся YouTube-каналов по теме транспорта, да, типа выдать что-то такое, что бы давало бы официальную точку зрения ДТ и Московского метрополитена. Если мы посмотрим его материалы, это как раз ну, в основном да. трансляция официальной точки зрения. Поэтому, ну, это опять-таки. Вот просто мысли Но вслух. В Москве таких каналов пруд пруди. Да, и, собственно говоря, это просто мысли вслух. И возвращаясь к 725-му, я все думаю, я надеюсь, что в какой-то момент времени мы получим действительно хороший разбор Годный и обзор. контент, как говорится. Да, 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 действительно хороший, качественный разбор и обзор 725-го, который будет действительно въедливым. Действительно, очень вот, дотошным во всех смыслах, и желательно, чтобы, скажем так, вот и есть на Ютубе, допустим, очень хорошие материалы по приемке, допустим, 740-х, 760-х, да, которые снимались самими метрополитеновцами для метрополитеновцев, как пособие. И там из этих О. материалов можно почерпнуть куда больше, чем из того, что рассказывает Конов. Вот э, Вальтер Фокси пишет, типа есть версия, что про метро это медиа-проект ДТ, а почему бы и нет? Ну вот, собственно говоря. С одной стороны, вот с другой стороны, ну ну вообще вот э, ты когда-нибудь думал о том, что э, среднестатистический машинист метрополитена в Москве такой взял, завел блок? Я тебе даже больше но скажу. Но это возможно. Теоретически возможно, только у него времени не будет. Вот я, да, скольких машинистов знал в разное время. Неважно там в какой должности они были, да, так сказать, да, в какой иерархии машинистов они были. А, учитывая норму в выработке, да, и да, она не нормированная в метрополитене на самом деле по существу. А вот, а, ну просто времени на это нет, да, машинист после своей работы. Времени, во-первых, нет. Да, он занят другими делами. извините, я тебя прерву. Uh -huh. а, да, он занят, во-первых, другими делами. А когда ты смотришь ролики про метро вот этого чувака, который ведет Москву и параллельно, знаешь, бошку отворачивает, там в камеру смотрит, еще что-то трендит. Uh -huh. Но... Кстати, нарушение техники безопасности. вопрос вообще. Uh -huh. Вот о том и речь. Так, идем дальше. Ярослав Суворов, лучше бы внутри «Балтийца» были мониторы с рекламой. Ну, да. Так, про метро был в СПБ несколько раз Наверное, любит наш город так же, как и Москву Ну, люб... скажем так, все мы любим что-то Так эм, Игорь Софиевский пишет Нет, там другая история, он ре... реальный ТЧМИ Дептранс там появился позже Так, э, интересная информация, интересная Uh -huh. Так, Дарт Тренд спрашивает: кстати, а что с него и почему ее перестали закупать? Ну, как бы тут несколько причин. Мы да уже я... давно, по-моему, об этом мы разговаривали. Да, мы уже uh -huh. давно об этом разговаривали. Во-первых, с одной стороны, проект экономический был не, не шибко-то и выгодный, потому что, по сути, у нас шла крупноузловая досборка. То есть, ну, можно сказать, отверточная сборка. Да, вот там один-единственный uh -huh. цех на Кирзе, Кировском заводе куда э, фурами с Чехии везли вообще все, начиная с кузовов, заканчивая всей комплектухой, ну, и за исключением там, да, с арматовских блоков, еще там каких-то, допустим... Ну, какой-то совсем уж мелочь Да, 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 да. да. Все, это, да, все это из Чехии везлось сюда фурами, и здесь это все собиралось воедино. Ну, вот представьте себе просто какая не только логистика у этого проекта была, да, но и какая конечная стоимость просто. А это раз. Ну, а, все это взять и привести, но... Да, это раз и два, как бы какой смысл, да, если, соответственно, у нас тут как бы собственный завод, а, да, ну и плюс, соответственно, видимо, еще решили подумать на будущее, что если вдруг санкции усилятся, да, как будем вообще жить и работать? А у нас тут как бы вообще информация такая интересная из Петербурга приходит, мы ее уже как бы обсуждали, что там некоторое количество составов Нева вообще как бы уже на приколе. А, — Ну да. — Кто-то, я думаю, более сейчас такой прошаренный, я думаю, скажет точное количество составов, которые сейчас на приколе стоят. А, вот. А, так. А, значит, Anknown аутист пишет по звукам, по субъективным, тишине вы ничего не встречал. Даже Москва громче. Ну, естественно, снаружи. Но по-другому быть не может не ва, все-таки пусть отчасти, но алюминиевая. Она полегче будет, чем, да, соответственно, вагоны из нержавейки и, естественно... Ну, по-другому по тут быть не могло все-таки. Так, ну да. -дарт, э, так, Anknown Autist пишет, был контракт на поставку в 19-м, полностью выполнен. В 20-м Шкода вышла из остатков вагон вы больше не будет. Э, э, так. Э, Арс Арсентий Гундарев пишет, не ва равно Шкода. Не фартанула Локализация на уровне грунта. <мех> так. Э, так. Луис Альберт пишет а, насчет про метро. Так, его видео транслируют на мониторах в поездах ТКЛ. Я на ТКЛ тысячу лет уже не ездил. А, вот, ну, как-то вот в те края меня не, за... не заносят, поэтому я этого не видел. Ну, в принципе, это... Слушай, уже я, завтра, я завтра поеду по ТКЛ, вот, э, если я увижу что-то с подобным э, вот очер... Ну почерком, как у про метро, я все оставлю на заметочку. Ну да, Михаил 123 пишет. Ну, Конов точно был машинистом. Два новогодних видео от него были в ВК в 2013-2014 годах. Примерно по поводу официальной линии Дептранса согласен. А есть негативный пример канала «Профессия машинист», где машинисты из Петрозаводска запретили снимать видео. А так, Луис Альберто, ведущий про метро, говорил, что эти материалы для учебного центра снимают. Ну, слушай, вот а, по поводу того, что вот Михаил123 написал, машинисты из Петрозаводска запретили снимать видео. Угу. А, я так понимаю, что речь идет о машинисте электровоза, вот, железнодорожного, да, вот типа ВЛ-80 там, или что там в Петрозаводске у нас есть, но это не важно. В общем, а, в РЖД, если а, у тебя начальство депо или там более крупное начальство наблюдает, что ты вот занимаешься такой самодеятельностью, как ведение блога, и где ты говоришь какие-то, знаешь, не самые лицеприятные вещи по поводу эксплуатации, по поводу каких-то технических моментов, по поводу организации работы непосредственно локомотивного бригад, естественно, тебя будут крыть вдоль и поперек. Вот. И понятное дело, почему ему запретили. Вот. Естественно, конечно, обидно вот, за этого машиниста из Петрозаводска. Вот, потому что э, я бы на его месте не закончил бы снимать подобного ро рода ролики. Да? Но если это грозит увольнением, конечно, я бы, может быть, и призадумался. Если как бы больше другой работы бы не было. Тут есть еще а, один вот. пример: несколько отвлеченных. Кто знает, в Ютубе есть замечательный канал Тракс ТВ Михаила Мулюкина. Это все про грузовики. Он очень классно про них рассказывает. Mm -hmm. Прям вот дотошно все показывает, рассказывает, причем с юмором весело и замечательно. Он когда начинал свой канал, начинал на на самом деле так, постольку, поскольку, он работал тогда в магните. У Магнита, как известно, собственный автопарк ну да. большой и все остальное. И он начал снимать ролики. Так его за это и уволили. Mm -hmm. Ну вот просто. Так, Егор Чернов пишет... Потому что, потому что мнение отдельных работников рушит общую картинку, которую, да -да -да, а которую пытаются устроить. Выкладывают в общий доступ, понимаешь? Да, да, само вот, собой. А Если там на фоне например, красивых роликов РЖД условно, да, про то, как они там запустили чудесную линию там в Сачах, вот, и при этом, например, машинист какого-нибудь D4M, который едет там же, будет говорить, боже, все плохо, тут невозможно и так далее, конечно, как бы это будет последним его рабочим днем. Потому что это портит имидж. Э, ну да, Тут сейчас интересный вопрос. Последний на данный момент комментарий. Григорий Щуров пишет. Интересно, система антисон не сходит с ума, когда тот же ведущий, например, то в камеру, то вперед смотрит. Кстати, хороший вопрос, учитывая то, как работает система да. антисон. Дальше. Егор Чернов пишет. Фрагменты видео Конова на СТЛ вроде видел. И еще вопрос. Там же, Стас, поедешь снимать кислородца? Ну, когда нелегкая занесет меня в северную столицу, и у меня будет на это время дополнительные средства, и все остальное, я обязательно это сделаю. Ярослав Суворов пишет: Как у вас в Москварецкой линии все плохо? Получастка ремонтируют. Ну, во-первых, не получастка. Я, конечно, понимаю, что участок от Орехов до Автозаводской он ключевой. На южном участке за Москворецкой линии в целом. А, вот. Но сказать, насколько все плохо, пока что не могу. Не видел лично. А, видел только сегодня на Ютубе смотрел ролик. А, я не помню, у кого, честно, просто какой-то локальный, видимо, блогер царицынский а, Значит, парень шел. А вдоль этой улицы, откуда там все автобусы в Царицыно, в принципе, уезжают. Вот там все нафиг перекрыто, там ездят эти КМК просто бесконечным каким-то количеством. А, вот, причем видел, кстати, автобусы у нас с 90-го маршрута, который у меня тут на севере гоняют. Ну, они что да, да, они на КМК всегда сгоняют автобусы со всей Москвы. Это уже общеизвестный факт. Вот. Но исходя из его видоса, я так и не понял, насколько все плохо. Плохо ли? Хорошо. Он просто как бы сделал обзор на то, как организовано, видимо, КМК непосредственно у Царицына. Вот. Но сколько людей там штурмуют они автобусы, не штурмуют. Я так вот честно и не понял. Но он видос вот буквально вот вчера выложил днем. То есть, ну, пока Пока ничего не могу начать сказать. Вот ждем. Надо ждать, видимо, комментариев в пабликах каких-то, но ну, отзывы людей. Там, не знаю, где-то на, наверное, в запрещенных соцсетях надо смотреть там. Но ну, надо да. подождать, ещё, хотя пару дней. Ну да, у меня есть мысль. А, на неделе. Я и так примерно в те же края и планировал заехать. Я так подумал, что может быть заехать одно и туда. Тоже посмотреть. Ну, конечно, я поеду, наверное, не прям с самого раннего утра. но... но, но... А нет смысла ехать ранним утром, потому что... Я это в час будет? пик. Ну, часов восемь туда поехать, да ты там что-то пойма... поймаешь. Ну, вот да. 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 Ну, то есть надо, надо как-то все это посмотреть, действительно. Так, uh, The Seventh of он пишет: забыл показать Стасу видео «Балтийца», где между площадью мужества и лесной были uh, перегоны с щебеночным балластом. Uh, тишина прекрасная, но только слышны стыки рельс. Я, кстати говоря, видео такое в чате беседы о метро, я его там уже видел, это видео. Uh, и uh, да, это очень интересный момент, когда да, действительно, тишина полнейшая. Просто. Я даже скажу так: у нас даже на БКЛ, где у нас сейчас самые лучшие пути в московском метро, ну, чисто субъективно, даже на БКЛ такой тишины нету. Хотя там все прям mm -hmm. бестыковые рельсы, все это самое, прям вот шелковый путь, но даже там такого нет, и действительно Да вот Нет, это... слушай, вот по поводу БКЛ, я вот когда ездил в том году, в конце декабря, ну вот там буквально несколько дней после открытия, вот, я ехал в это Москве по совмещенным этим тоннелям, но сказать, что в поезде было сильно тише, чем в номерном на Замоскворецкой, ну. Не, ну, ты знаешь, не получается. ты знаешь, ну... Тише, но. нет, там действительно сильно тише, но все равно часть какого-то шума, она все равно остается. Поглощает, ты... да. Да, и ты все равно это слышишь. Так. — Скоро Трейн Кашинская пишет, будет БКЛ, но это понятно, ну да, да, пишет а, Ярослав Дарт Трейн пишет, кстати, о про метро, когда увидел его канал и видео, очень удивился, как он все это снимает и кто ему разрешает возить с собой оператора. Вот это, кстати, тоже очень интересный момент. Вообще-то Вообще-то сотрудникам метрополитена не шибко-то и можно снимать по правилам. Все этими вещами заниматься, да, потому да, что это... они там, ну не то что подписку там подписывают, вот, но у них э, в инструкциях э, четко прописано, что можно, что нельзя. Да, и в том числе то с поездом э... они управлять могут, да, снимать соблюдать Скоростные могут. ограничения не могут, но вот такой самодеятельность, как снимать блоги для YouTube, красивенькие видосики, объяснять рожовывать людям сопли про то, как работает метро, вот что-то там нет такого. Да, это вот действительно. То есть там еще несколько лет назад. Ну, скажем так, они подписывали... Скажем так, это своего рода DNA, который используется mm -hmm. во многих корпорациях, когда ты не можешь очень многие вещи разглашать. Тебя обязывают о молчании. Вот. И здесь примерно то же самое. То есть там, например, нельзя фотографировать что-то в депо, допустим, что может создать негативное впечатление в метрополитене, То есть, допустим, груду стружки, оставшейся после обточки, например, снимать нельзя. Вот, и много чего еще вот такого там на самом деле снимать практически ничего нельзя. Если мы посмотрим все снимки, которые сделаны ну, реальными людьми, да, то они все сняты из-под тяжка, по сути. Да, или когда прям рядом совсем уж никого нету. Так, 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 так. так. Ну, все, последние комментарии у нас как-то это самое протухлие. Эм, Может пос... быть, к следующей теме перейдем, да, к последней да, обсудим да, ее да, 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 и да. уже... Да, у нас осталась последняя тема, мы сейчас к ней будем переходить. Я зрителей прошу все-таки продолжить писать комментарии, несмотря на то, что 22.40. Но я вижу, что сейчас около 30 человек. Активность есть, людям интересно, да, люди по... Да, важно. да, 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 да. Причем небольшая статистика за все время этой трансляции — 260 просмотров. Для канала, где зрители особо не привыкли смотреть эфиры, это неплохой показатель, да? Вот, поэтому... Пишем комментарии, вы делаете своими комментариями этот эфир вместе с нами. И да, не забудьте э, расшарить эту трансляцию себя по соцсетям и поставить лайк. А лайк особенно важен, потому что тогда еще больше людей увидят эту трансляцию, даже в записи. Именно так работают алгоритмы Ютуба. Чем больше лайков, тем больше просмотров в рекомендациях. И я, собственно говоря, запускаю перебивочку следующей темы, на которую мы переходим. С 2003 года железные дороги России постоянно подвергаются разного рода преобразованиям, реструктуризациям. У нас небольшая техническая накладочка. Я сразу переключился на то, что прям сразу так запускать не надо было. Так, Кость, ну что ты скажешь по поводу юбилея РЖД-то, собственно говоря? Слушай, а я бы вообще, наверное, все-таки хотел бы запустить а, этот саунд. Да, для начала, чтобы... А, ну, потому что мне все-таки немножко жалко а, пол, потраченные полдня. Ну да. Которые я убил на всю эту историю. Да, я сейчас... Буквально так это не то, сейчас тоже да. Небольшая техническая техническая mm -hmm. история. Да, а пока что я вот. прочитаю тут еще два интересных комментария. Вальтер Фокси пишет: Да, вообще... ты пока почитай да. комментарии, я пока запущу всю эту историю. Да, вот значит, Вальтер Фокси пишет вообще на экскурсиях в метро депо можно фотографировать. Ну так кто делает экскурсии? А другое дело, соответственно, то, что можно и нельзя сотрудникам непосредственно. Сотрудникам многое нельзя. Экскурсии, конечно, для того и водят, чтобы много чего показать да, тем, кто заплатил за вот это отдельные деньги. Понятно, что многое тоже все равно не показывают, но фотографировать-то можно, да, там, там, где, собственно говоря, водят, да, водят не везде. А сотрудникам то тут вот ограничений много. А Рафаэль Яникеев спрашивает, раз хотите комментарий, то когда энциклопедия по синеботам? А, можно уточнить, что такое синеботы? Я... Скажем так, немножечко не догоняю, время 22.43. А что такое синеботы? Ярослав Суворов, РЖД исполнилось 20 лет. Вот да, 20 лет. Давайте-ка ваши комментарии по поводу РЖД. Что эта компания сумела добиться, с вашей точки зрения, за эти 20 лет? Чего она не смогла добиться? Является ли РЖД позитивной, скажем так, силой? Или же это ужас и кошмар, и нужно было оставлять МПС РФ? Пишите да. свои комментарии, потому что. А, Стас это будет очень слушай, интересно. Слушай, смотри, а мне я вот сейчас прогоню аудио-логотип. Мне надо понять, его будет слышно у вас или нет в эфире. Ну, ну прогони. Буквально пару секундочек. Ну, слышно? Я что-то слышал со своей стороны. Слышали ли зрители? Большой вопрос. Зрители, вы сейчас а, а, звуковой логотип от Кости слышали? Это очень важно, да, потому что если э -э он включился, то не все так плохо. Очень как плохо я слышно, было пишут. Очень плохо слышно, я понял. Вот. Окей, эм, давайте да. тогда э, давайте тогда там ребята, пока в чате что-нибудь понапишут, понаговорят. Да, Рафаэль Яникеев тем временем поясняет, что синие боты номерные. По синему цвету некоторых вагонов так их прозвал. Для вас об этом почему-то не уточнил. Ну, э, скажем так, у меня, во-первых, э, сейчас есть определенная очередность выпуска следующих серий энциклопедии метро: сначала вагоны типа, и, потом, как раз, номерные. Потом 760 и все, что после них. А у меня по вагонам и, а, скажем так, еще в первой половине октября текст застрял на половине, на середине где-то. Надо мне, мне нужен такой хороший пинок под пятую точку, чтобы я сел его дописывать. А вот самое главное, что я даже не понимаю, с чего я буду монтировать эту серию. То есть текст, текст я запишу. А вот видеоряд из чего придется делать, ну, из чего бог пошлет, что называется. Конечно, я отдельно буду еще что-то искать. А, кстати, кстати, а ты, Стас, а я да... же понял, Сейчас. а ты можешь попробовать а, запустить мою аудиозапись ну. непосредственно напрямую. Так у меня твоя аудиозапись вставлена уже. Она там. Я даже на секунду ее там успел запустить, перепутав сцены. Ну так, на минуточку. Вот, а потом переключился mm -hmm. обратно на базовую сцену. Вот, и, и сейчас закончу отвечать. Вот, поэтому, соответственно, номерные, по номерным я начну делать не раньше, чем выпущу про типа И. Так, Вальд... ну и Попроба теперь... Попробуй запустить ее заново, потому что мне сейчас немножко... Давай я ее еще... Клини опять все это... Да, периф... да, давай, давай, давай. Все, сейчас я это все дело запускаю. Читать. Вот, мы с вами послушаем специальный материал, подготовленный Костей к этому эфиру. Он, к сожалению, без видеосопровождения, только голос. Ну, что получилось. И поехали. С 2003 года железные но дороги в России подвергаются разного рода преобразованиям, а, реструктуризациям, скажу, а, и оптимизациям, а, значит, которые в целом пагубно влияют на работу подразделений холдинга. Однако параллельно Потом с этим не останавливается он. внедрение новых технологий и услуг, способствующих улучшению качества обслуживания грузоперевозчиков и пассажиров. Также постоянно идет этот процесс модернизации железнодорожной инфраструктуры. За последние 10 лет у АОРЖД в сотрудничестве с транспортными холдингами и правительствами регионов и государств было реализовано несколько десятков крупных транспортных и инфраструктурных проектов как в России, так и за ее пределами, в разной степени успешности и уровне исполнения. Сегодня мы остановимся с вами на проектах которые были реализованы непосредственно на территории России. Спойлер. С подвижным составом в целом заморачиваться не стали. Одним из самых ярких и крупных транспортных проектов, реализованных с 2012 года, реконструкция железной дороги в Сочи в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде 2014 года, где полностью была обновлена инфраструктура и подвижной состав. Основным подвижным составом для перевозки был выбран адаптированный для железных дорог России немецкий электропоезд Siemens Desir Rus, получивший коммерческое название «Ласточка». Также используются электропоезда серии D4 производства Димовского машиностроительного завода. Вокзалы в Сочи и окрестностях были сооружены по последнему слову техники. Каждая более-менее крупная станция по своим масштабам не уступает крупным европейским железнодорожным хабам. После Олимпиады железная дорога в Сочи пользуется высоким спросом у туристов и местных жителей. Следующим ярким событием для РЖД стал запуск пассажирского движения на Московской окружной железной дороге, ныне именуемый как МЦК. Планы по организации кольцевого пассажирского движения в Москве велись со времен запуска окружной дороги в 1908 году, но ввиду различных обстоятельств данная идея так и не вызвала интереса у москвичей. Однако Москва расширялась и со временем вопрос городской электрички возник вновь. С 2011 по 2016 годы на полигоне окружной дороги велась масштабная реконструкция путевого полотна, включая строительство третьего пути для сохранения грузового сообщения по кольцу, и создание пассажирской инфраструктуры с полной электрификацией путей постоянным током в 3 кВт. По некоторым данным, планировалось строительство и четвертого пути, но подтверждение этому находится только на ранних этапах реконструкции. Напомню, что до начала реконструкции МОЖД работала только на тепловозной тяге и выполняла только грузовые перевозки. Грузовое движение ввиду стесненных условиях на отдельных участках смогли сохранить только на двух третьих всего кольца. 10 сентября 2016 года пассажирское движение по кольцевой дороге было запущено. Интересным решением является интеграция городской системы оплаты проезда по карте Тройка и обычным билетом на метро. Это позволило пассажирам беспрепятственно пересаживаться с железной дороги в метро и на наземный транспорт. В техническом плане впервые была применена новая система централизации обелок с использованием подвижных блок участков, что способствовало увеличению парности поездов, а также сокращению интервалов в часы пик. Сейчас на полигоне окружной дороги тестируют беспилотное управление поездом, которое позволит в будущем не прибегать к услугам машинистов. Как это будет реализовано, пока и неизвестно. В целом пассажирское сообщение на МЦК снискало популярность у москвичей. Однако есть пара крупных инфраструктурных недочетов. Чудовищно длинные пересадки на метро, которые зачем-то нарисовали в московском Диптрансе, и, и подвижной состав, который выбрали для перевоза. Изначально было предложено три варианта. Обычные электропоезда серии D4 или P2D, городская комплектация «Ласточки» S2G и недавно вышедший в свет электропоезда серии EG2TV с коммерческим названием «Иволга». Ввиду большого интереса и нездоровой любви к морально устаревшим поездам платформы «Дизира», тогдашнего начальника скоростной дирекции сообщения Дмитрия Пегова, для пассажирских перевозок была выбрана именно «Ласточка», несмотря на то, что составы серии «Иволга» больше удовлетворяли тех техзаданию для подвижного состава уровня «Городская электричка», нежели межрегиональная «Ласточка» в пятивагонном исполнении, которая даже после перепланировки салонов под перевозки в черте Москвы не справляется с пассажиропотоками в часы пик. Увеличение составности ласточек в принципе решило бы проблему, однако за три года разговоров об этом никаких действий не предпринимается. Одним из самых провальных проектов для РЖД за последнее время явился запуск так называемых московских центральных диаметров, или, как его еще называют интеллектуально ограниченные люди, наземное метро. В 2017 году в тесном сотрудничестве с ООО РЖД и неспециалистами в области транспорта московское правительство анонсировало запуск сквозного железнодорожного сообщения между всеми радиальными направлениями, имеющимися в Москве. По изначальному замыслу планировалось связать все 10 железнодорожных направлений между собой – организовав таким образом пять диаметральных направлений, проходящие город насквозь. Чтобы это реализовать, авторы так называемого проекта предложили модернизацию имеющейся инфраструктуры посредством строительства двух дополнительных путей для обособления пригородных и грузовых поездов, а также поездов дальнего следования от городских электричек. Для упрощения и ускорения запуска диаметрального сообщения были выбраны четыре направления, Рижская, Курская, Белорусская и Савеловская. Начать решили с них, запустив именно там первые два диаметра, так как свозное сообщение по этим направлениям осуществляется не один десяток лет. К моменту запуска было готово все от слова «ничего». 21 ноября 2019 года стала роковой датой в истории как РЖД в целом, так и московского правительства с Дептрансом. Диаметры не запустились тем размахом, о котором так мечтали убогие транспортные фанаты в Дептрансе. РЖД тоже досталось. За первые полгода работы и, в принципе, до сегодняшнего дня, но с корректировками. С момента запуска так называемых МЦД – так и не смогли организовать интервал движения в 6 минут, о котором с пеной у рта орали в Диптрансе. Ведь они даже и не подозревали, что существующая сигнализация и ограничение скоростей на участках дает минимальный интервал в 7-9 минут, а ускорение электропоездов Иволга и ЭП-2Д несколько разное, что в итоге дает разное время проследования одного и того же участка. Обо всех минусах МЦД будет еще не раз мною упомянуто. В целом запуск диаметров произошел по принципу мыльного пузыря. Как все дошло до дела, мыльный пузырь лопнул, оказав впечатление только на жителей регионов и приезжих. На данный момент МЦД существует, по моему личному мнению, в демо-режиме. Подвижной состав не закуплен, инфраструктура не обновлена, а интервал в 6 минут так и не организованы. Из проблем, которые так и не были решены так называемыми управленцами РЖД за эти 10 лет, зарплаты рядовых и самых важных сотрудников компании, которые непосредственно отвечают за работу железной дороги. Путейцы, машинисты, сотрудники службы движения, службы контактной сети и прочее. Постоянные переработки, а вследствие этого нарушение безопасности движения поездов сотрудников локомотивных бригад, размножение методом почекования бессмысленных дирекций сотрудников, которые железные дороги видели только на картинках, и не представляют себе, как устроена железная дорога и как она работает. Так, ну, собственно говоря, аудио, я так понимаю, успело закончиться. И... Да. Кто у нас... Так, Костя, ты у нас в эфире? Вот. Смотрим. Да, здесь. Да, ну мы продолжаем, собственно говоря, наш эфир. Что-то там прям... Чат прям повеселился да я смотрю чат разорвало как э, тузик разрывает грелку на тысячу плюшевых медвежат вот поэтому соответственно я конечно я старался я скажу так я перед эфиром не успел послушать и, собственно говоря, в процессе я, естественно, это тоже не слышал, потому что в ОБС-ке трансляции на колонке не идет, чтобы не было этого троения Тем более, что, зная, скажем так, особенности ОБС-ки лучше микрофон не отключать. Поэтому, соответственно, для меня сейчас полностью все это, скажем так. Квадрат Малевича такой. все, что ты там наговорил. Поэтому, соответственно, эм, в этой теме, как бы нашего сегодняшнего эфира, рулить будешь полностью ты. А, вот, а, значит. Ну. А, то есть ты не слышал, что я там, да, наговорил? В итоге. Нет. Я это все... Я тебя понял. Но я вообще. Я тебе вкратце. Я тебе вкратце прям накидаю. А, смотри, значит, про Сочи я сказал, что, ну, в целом это неплохой проект, да, и благодаря твоей корректировке сегодня днем, да, я как бы не стал э, ничего такого отрицательного про этот проект э, говорить. А, вот. Сказал, что, да, вот, э, как бы это один из самых ярких и крупных проектов РЖД за последние 10 лет. Вот. Э, э, действительно такой прям мощный вот, по поводу МЦК, как бы я сказал, что э, было грузовое сообщение, оно э, было основным как бы на этом кольце, вот, реализовали пассажирское, да, но э, по поводу подвижного состава, я вот, как тебе и говорил, да, я все пытаюсь увязывать в ласточки, да, ведь в свое время, когда еще МЦК, ну достраивали и планировали его запускать, была же история, что а, что будет ездить на МЦК. А, ЭП-2Д, ЭД-4М и Волга или Ластер, да? Я ведь ничего не путаю. Um, ну, но... Ласточка появилась в самый последний момент. Сначала вообще под это дело разрабатывали вот, «Иволгу». Вот. я ничего не путаю, да а, я ничего не путаю, и соответственно а, я как бы вкратце упомянул, что из-за особенностей Дмитрия Пегова а, вот, была выбрана ласточка. Вот, mm -hmm. если, ну я надеюсь, что я не собрал в этом моменте. Ну, там было так, что когда с иволгой то не успевали в 2016 году с сертификацией, ЦППК, которая, собственно говоря, выиграла конкурс на то, чтобы быть оператором-перевозчиком, она, компания предложила временную меру закупить D4M500 номеров, вот эти вот, скажем так, прото про 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 их можно назвать так. И как временную меру запустить МЦК сначала на них. А потом уже после того, как про 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 Поменять все, да, соответственно, уже закупить и привести и Волги, а все D4M, соответственно, раскидать по пригородным направлениям. Это, в принципе, был разумный вариант. Но даже нескольких месяцев, так вот, видимо, в то никто не хотел ждать, им нужен был какой-то мега позитивный выхлоп-пропагандистский. Mm -hmm. Им нужно было, чтобы была прям какая-то мега красивая картина и все остальное. И в итоге. ЦППК заставили переуступить контракт э, Московской дирекции из красного сообщения со всеми вытекающими потекающими последствиями в виде ласточек. Вот mm -hmm. это, это, это было так. Вот. Ну и как бы последняя тема я затронул несчастные МЦД. А, <вот>, Сказал, что а, только интеллектуально ограниченные люди могут называть все МЦД «наземным метро. Вот единственное, я забыл упомянуть там, что а, я, а, сказав интеллектуально ограниченные люди, а, не имея в виду людей, а, которые а, имеют какие-то врожденные дефекты. Хорошая оговорочка. Вот так. это, да, это уже такая пост-отсылка, вот, но неважно. А, у нас там в чате, кстати, <как> активно <у нас> спрашивают <как> про всякие ЭП-5. Да, а, вот, что можно насчет этого сказать, спрашивают, это, кстати, на... Ярослав Суворов Насчет ЭП-5, да, сказать ничего нельзя, не считая того, что, соответственно, все та же а, мадам из ТМХ, да, как бы заявляла, типа, что через а год-два она появится это, да, да, да. Но, как бы, ну хорошо, допустим, один состав они выпустят, а дальше что? EP5, да, впервые релизнули, пусть и в виде макеты и концепции, да, но с готовностью собрать такое очень быстро, да, еще на Экспо-1520, ну тогда продвижение Экспо уже это называлось, да, в 19 году. году. Вот, за все это время потенциальных заказчиков не нашлось, ну нету их. Ну да, вот и собственно я сам 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 в конце своего этого аудиоспича, mm -hmm. <laughs> а, вот хотя планировался ролик, вот, а да, сказал, по что он, у тебя не к сожалению, а чего? Я говорю, ну по техническим причинам он у тебя не получился. Ну да, вот как бы я сказал, что а... Сейчас э, внимание не уделяется, ну, как, впрочем, конечно, всегда, э, вот не уделяется непосредственным, э, непосредственным железнодорожникам, скажем так, да. То есть это вот машинисты, путейцы, там, э, работники станций, э, контактники и прочие-прочее, да, вот которые непосредственно имеют, э, которые, грубо говоря, железную дорогу трогают руками. <advice> Вот, то есть сейчас акцент ФРЖД идет вот на вот этих вот на офисный планктон, на те, кто делают бумажки, там перекладывают их с места на место, да, чувствуют себя дофига важными, вот. но при этом железная дорога не пользуется и не знают, как она работает. Ну да, вот тут сейчас, немножечко... Ну, вот я, собственно, на этом и в конце акцентировал внимание. Вот, ну, mm -hmm. потом захочешь, послушаешь. Нет, уже я, оба... после эфира. Я, я, я обязательно после эфира это все послушаю. А, а, да. А, да. Тут вот а... Вальтер Фокси уже в третий раз пишет комментарий. И, собственно, я видел раньше, что как-то вылетал из головы этот комментарий когда, ну это все про Конова, да, когда он снимал обзор на 775, <сёк> сам поезд к ним в приехал на обслуживание. Это вообще реально. Но ну, в принципе, в принципе, все КЖЦ-шные составы могут обслуживаться в любом депо, где есть КЖЦ. И, соответственно, ТМХ. Но таких случаев, чтобы 775 именно в Выхино ездил обслуживаться, я что-то не припомню. Ну, лично я. Uh -huh. Вот, значит, Дарт Трейн пишет, РЖД э, не добилась постройки ни одной действительно высокоскоростной ЖД. Не удалось полностью обновить парк советского подвижного состава. Uh -huh. То есть это действительно правда. ВСМ ⁇ это то, чем нас кормят уже не первые десяток лет. Впервые тема ВСМ поднималась в 90-х годах, еще при Ельцине. Собственно говоря, тогда uh -huh. же была создана РАО всм да, российское акционерное общество ВСМ. Как раз именно да. в рамках этого Рау-ВСМ разрабатывали электропо... высокоскоростной электропоезд Сокол и копали огромную яму в Петербурге и много чего еще такого делали. Ну, как Слушай, известно... Да, кстати, ведь действительно, да, я что-то как-то мимо ушей пропустил, мимо всего то, что ВСМ реально же так и не заработала. Ну, потому нет, там, там что там ничего нет. Смотри, да. Uh, смотри, у нас там, когда в 84 году запустили R200. Да, После вот 10 она лет проездила там, до 2008-2009 -го. -го годов, запустили Sapsan. Да, они немножко вроде там uh, обновили контактную сеть, обновили путевое полотно, чтобы на нем можно было хотя бы 250 ездить. Но по факту. Uh, линия Москва-Петербург не является, ну, по ПТЕ, конечно, да, она является высокоскоростной, а, вот, но это не реализовано таким образом, чтобы ну пути да. вот эти ВСМовские, да, они были отдельно, опять же, как и в случае вот а, с МЦД, да, то, что у тебя... А, что-то определенного назначения, да, прям определенно определенного назначения, оно должно ходить отдельно. Вот, это не реализовано ни на ВСМ Москва-Петербург, который нет, ни на МЦД, который есть, но, опять же, как я, собственно, и упоминал, выше в деморежиме. В демо режиме. То да. есть, вот они начинают, да, делать все эти какие-то крупномасштабные проекты. Да, типа там ВСМ, еще что-то. Но они начинают, и все. Ну да. Чем началось, тем и закончилось. Соляви. Где дальше? Где это ВСМ, Питер, Москва, Екатеринбург? Да, до 2025 года. Ну да, тут. что то ничего не слышно, ничего не видно. И вообще как-то эту тему. Мягко говоря, приглушили. Хотя вот Ярослав Суворов пишет насчет ВСМ, ее забыли в 2029 году. А есть что-то железобетонно подтверждающее это, потому что сроки назывались уже 1100 раз. Вот я ну, человек, слушайте, живущий 34 я... года на этой планете, да, из них около 30 лет я слышал про ВСМ, и 3, около 30 лет я слышу вот эти все разговоры и новые даты. И ни одна из этих дат ни и, разу и... не сбылась. И я когда, да, я когда начал вообще вот, э, активно заниматься вопросом железной дороги в своей жизни, э, это как раз 2011 год. А, вот. И уже тогда вот прям вовсю пиарилась эта тема типа Москва-Питер, ВСМ. Сейчас все сделаем две минуты, подождите. Костян, как в том видосике из Петербурга буквально одну минутку угу. я тебе прислал ну вот да там было <с видео <с, с анонистом доставщиком <с который собственно говоря удовлетворял себя перед сидящей перед ним девушкой вот когда девушка это заметила он сказал можно принять главка ЖД да Ничего не хочу знать. Ну, вот, а за эту девушку можно принять среднестатистического пассажира. Ну, примерно так, да. Вот. И, собственно говоря, вот эта вот, вот эта брошенная им фраза, когда она это заметила буквально одну минуту, да, она тоже, конечно, встала и ушла, это понятное дело. Но он сидит такой совершенно невозмутимо, там наяривает буквально одну минуту, да, типа, подождите, я сейчас это самое. Сейчас, сейчас, да, секундочку. Угу, да, и это вот, примерно вот, вот, та же история с вот этим ВСМ. -ом в нашей стране, вот это вот, да... Я уже перестал в эту историю верить, и как сказать так, по-хорошему-то. Но я, я не уверен, что я доживу до ВСМ здесь. Егор Чернов пишет. Расскажите что-нибудь хорошее. Понятно, что не все, не все у нас хорошо в транспорте, но есть же. И если уж а, в Москве не, не все в порядке-то в регионах, вообще, пи. Вот, Действительно, а что хорошее можно было бы рассказать? Ну, я постараюсь сейчас очень аккуратно сказать. Я могу да, сказать, но сейчас. Не те времена, чтобы говорить о чем-то очень хорошем. Потому что, к сожалению, чего-то очень хорошего. Может быть, что-то есть, но... Год назад еще... Это слишком локальное и уж точно не в транспорте. Потому что... Да, в этом году... Например... Да, я вот хотел, кстати, Стас, мы когда с тобой перед эфиром говорили вот... Переписывались, я хотел затронуть тему объема производства подвижного состава в 2022 году. Это слишком а... грустная тема. То есть, ну. Это очень печальная тема. Там все вот очень. Я прям, вот я прям прочитаю. Значит, паблик техника железных дорог пишет. Из Телеграм производство подвижного состава в сентябре 2022 года. Данные Росстата. То есть это официальная история, да, как бы, ну, вряд ли они будут там завышать показатели, скажем так. Минус 31% к производству грузовых вагонов по отношению к 2021 году. Это вот первая строчка, да. Угу. И минус 21,5%. За период января-сентября 2022 года к аналогичному периоду 2021 года. То есть это существенный удар по промышленности. Недопроизводство большое, да, не это заказов. Про... Это и просто... не... неисполнимость да. заказов, что самое главное. Очень много заказов просто не исполнено. Потому что, да, грузовые вагоны, ок, okay, хорошо, еще мы их будем собирать, если у нас сделали ставку на кассетные подшипники, которых у нас нет. И только, дай бог, да. может быть, в наступающем году, значит, то, что осталось от СКФ, там и некоторых других компаний, которые у нас их производили, зарубежных компаний, которые теперь, соответственно, вот... Угу их уже российские партнеры на том же оборудовании, в тех же местах пытаются сейчас все это дело локализовать. Может быть, в следующем году что-то там уже и появится. Хотя обещали изначально к концу этого года что-то на сертификацию отправить. И так сейчас, к сожалению, вот за что не возьмись. Вот в том году еще были какие-то поводы для позитива. Там и ТМХ выигрывал конкурс на поставку Иволк в Аргентину. Там и какие-то планы были по все-таки заходу на европейские рынки. Ну, то есть, ковид ну, а... закончился надо дальше жить. Да, вот, там и ПКТС собирался штурмовать своими трамваями все тот же Евросоюз и не только. И, соответственно совместный проект этой самой Якутской железной дороги и американского производителя Progress Rail, да, вот эти кстати, легендарные да, американские его, кстати, локомотивы хотели у себя у -у -у. локализовать, конечно, с учетом наших требований и все остальное. И да. даже вот два локомотива пришло, конечно, и, и так вот за что не возьмись. Вот в том году было много позитива на самом то деле, было много такого, о чем можно было рас рассказывать. А, ну, как минимум с... Сдержанным... Даже с учетом того санкционного давления, которое было вот тогда. Оно по, по сравнению с нынешним, я не было. Ну, да, но такое чисто... Символическое было, вот, да? да, оно как бы ни на чем не сказывалось, проекты как шли, так и продолжали идти. А сегодня вот за что не возьмись, к сожалению, вот хочешь, да, какой-то позитив выдать? Ну хоть что-то, ну, а что я тебе выдам? Ну вот я тебе могу, например, а сказать, да. Опять же, из той же статистики, вот магистральные тепловозы 19 секций. Угу. Это Всего лишь? По меркам, по меркам железных дорог России это... А, ну, это даже ну, одно депо не обеспечит. Я хочу сказать, что у нас даже в самые плохие по экономическим показателям Годы 90-х годов, производство локомотивов было в разы выше. Многократно выше. Вот. То есть, и, э, как бы оно до таких цифр не опускалось никогда. С вагонами метро 19 даже. Это, это, это вообще это ж. Да, с вагонами 19 метро то же самое было. это реально, это ведь не обеспечить одно депо. Это Обновить о чем. его. Да, это, 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 это просто ни о чем. Да, в этом году, значит, открыли там, ну ладно, если уж хоть какой-то позитив пытаться выдавить, а да, открыли на МЦД в печатнике. Позитив, правда. Что-то там как-то уже почти доковыряли на Каланчевке. Да, никаких трех вокзалов, это по-прежнему Москва-Каланчевская и... Нет... Это Каланчевская, да, да. и все. Да, и пусть Собянин со своими тремя вокзалами на них и останется. Ну да. Вот. И так далее, и тому подобное. То есть, вот как-то вот, да, какие-то мелочи есть, но, к сожалению, на фоне вот всего, всеобщего обвала, они как-то вот, ну, mm. допустим, да, если метростроение взять, да, до конца этого года планировали пустить чуть ли не всю БКЛ в целом. Хотя, конечно, уже были разговоры с начала года, что не успеют. Или будут пускать там mm. с mm. станций. В итоге, да, какой-то техпук вроде как на этот месяц все-таки обещают, и то что-то заткнулись уже по этой теме, никакой новой информации нету. А, и гарантированно все съезжает уже на следующий год, потому что элементарно там ну, строительной готовности нету. А, вот, а, трамваи, ну, с трамваями в этом году тоже что-то как-то не очень хорошо, хотя регионы в этом году трамваев получали много, кстати говоря, это плюс Ну, но там, но, понимаешь, там, но, по но, меркам но, того, но, сколько у нас но, трамвайных там... систем в стране, но Слушай, еще год назад и этого не было, понимаешь, в чем дело? Это да то есть вот-вот да, если мы начинаем как-то мыслить позитивно, какой-то позитив искать и выдавливать, то год назад еще даже. То есть, два года назад вообще ничего не было. Там что-то с грехом да. пополам, какие-то отдельные города там скребли по сусекам, чтобы что-то как-то где-то вот, да, а тут пошла БКД, пошла вот эта вся тема с дешевыми госкредитами и все остальное. И у нас наконец-то поп... А, у нас наконец-то запустились концессии трамвайные, да, где у нас по-прежнему лоб в лоб да. сталкиваются. Значит, соответственно, Синара с одной стороны и э, этим самым усть Катавским вагоностроительным заводом, а с другой стороны мы, соответственно, имеем ПКТС и стоящим за его спиной э, таким огромным дядькой в лице Трансмашхолдинга, который там, соответственно, чуть что и... Ну, дальше уже идут пошлые сентенции, я умолчу. Ну, не, э, <с так, <с в принципе, да, конечно, я, может, и принижаю действительно, да, как бы. Ну, вот, то есть за этот год действительно регионы получили много трамваев. Ну, есть, э, да, есть вот яркий пример, это Таганрук. Вот, э, вот Таганрук. что, что, вот Таганрук да. в этом году вот прямо... Ну, и та, и та, там ты, а, и там... Но там порадов, не только Таганрук, вот, там много городов. Там в этом году реально много городов стали получать новые трамваи. Я а... к тому, что у Таганрога еще помимо обновления трамваев, и еще полная перестройка инфраструктуры. Полная перестройка, в да, целом. А потому то, что там концессия. Да, там, 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 там концессия, там все под переделку идет. Мависта регионы, за которыми скрывается, собственно говоря, по КТС, тоже сейчас какие-то концессии начали получать. Достаточно большие. Так что сейчас, скажем так, у двух ведущих производителей, да, из всего трех да, трамвайных производителей в нашей стране, да, сейчас в ближайшие годы будут обеспечены заказами и без каких-либо попыток выйти на экспорт. Они просто внутри страны будут этим обеспечены. Ну, есть куда продавать вообще-то, да? Да, есть куда продавать, и это действительно огромный позитив. Кстати, мы как-то обратили внимание, ушли от совсем уж не темы РЖД, потому что там действительно все как-то печально, да, но как-то какой-то позитив. Потому что, понимаешь, вот это как я тебе вот, когда мы с тобой переписывались, да, я тебе говорил, что когда праздновали 175-летие РЖД в 2012 году, ты просто вот куда не ткни, ты подходишь к железной дороге в Москве, у тебя везде эти плакаты «175 лет железным дорогам России». Ты прям чувствуешь какой-то, вот, я не знаю, какой-то подъем железной дороги. Ну да, что, и, самое, и самое главное, несмотря что... Несмотря на то, что мы ездим на старом говне, мы держимся, мы можем, мы развиваемся, ничего, сейчас все сделаем, подождите. Угу. Вот. Ну, э, здесь сейчас без отсылок ко всяким товарищам из метро. Да. Вот, то есть, ну, ты, ты видел, что да, они какой-то ребрендинг там, ну, ну, они сделали очень хорошую картинку, и в нее реально можно было поверить. Ну да. Сейчас они, они даже они даже картинки не создали. Там то есть ничего вообще нет. ничего нет. Ну есть, да. Просто вот. <звы> сел в лужу и все, да, и сидит там. Да, да. зато мы строим гигантский офисный комплекс э, на бывшем грузовом дворе Рижского вокзала. Зато мы, соответственно, э, пытаемся все как-то в каких-то количествах закупать ласточки. Э, э, не очень хорошо, кстати говоря, это у них выходит. Э, фанаты ласточек апеллируют, потому что... Ну, потому у что, видишь, контракт на 240 поездов-то, он же уже оплачен да, по факту. да. И они выпустили же специально еще, когда в восемнадцатом году, 4 ласточки, 237, 240, что типа все, мы все сделали, мы все выпустили. Угу. А ну, с остальным да. мы там уж как-нибудь. Да, как-нибудь, где-нибудь, что-нибудь. То есть, но когда я это, когда я увидел, так и смотрю, сейчас буквально минуту, типа смотрю, там ласточка идет 80 90 хоп, 237. Угу откуда она появилась, почему она появилась, это уже потом, я да, там уже прочитал, изучил вопрос, что не просто надо было закрыть контракт. Угу. Типа, а дальше э, этот, гори все синим пламенем. Ну да, так и есть. Так, Егор Чернов пишет, после переезда из Владивостока было и остаюсь в восторге от транспортной системы Москвы в сравнении с четырьмя, район... а, с четырьмя рейсами четырехвагонных электричек в одну сторону и четырьмя в другую. Um, uh -huh. я, я эту историю уже знаю я ее уже слышал лично вот, и да там действительно все очень печально, но это вот как бы такая прям иллюстрация того, что у нас например вот на полигоне ржд происходит в регионах. Вот, а там да. редко где что-то весело Вот Михаил123 ему сейчас ответил Там пишет на БМО побывайте Там платформы низкие, электрички ходят пару сутки. Ну Михаилу123 я бы хотел ответить Что БМО это Скажем так, он проходит по таким медвежьим углам Преимущественно, что там как бы больше и не надо Там бы было можно Как бы организовать парность поездов Если бы Знаешь, была бы инфраструктура Как на МЦК да, и было бы ну, кого возить что, еще. Да, или там, например, у тебя а, в Кубинке жилой квартал, в Манихкино у тебя а, промзона, да, а, в Дмитриеве у тебя жилой квартал, а, где-нибудь там в Желтиково или Желтиково, как, ну, у тебя там, не знаю, какое-то предприятие. Ну, то есть если бы вот такие вещи да были, работа-дом-работа, работа, да, то БМО было бы востребовано как пассажирское кольцо. Угу. Вот, но оно оно больше исполняет все-таки функции э, грузового сообщения. И еще с учетом, кстати, вот э, чего я не договорил э, в своем этом аудиоспиче, э, что э, весь грузовой поток с МЦК ушел на БМО. Да, абсолютно. С МКЖД, точнее. Ну, да. Вот СНКЖД ушел на БМО, его вывели вот туда к чертям собачьим, и, соответственно, электрички там теперь встать некуда. И электрички сейчас по БМО хоть и ездят, но вот, например, на восточной половине БМО они идут с, часто с большим опозданием. Да? А еще вспомни тему, собственно говоря, пробок из грузовых составов на БМО. Да, мне БМО не надо, мне хватает Люблено. Ну да, вот. А Анкнаун пишет а «В какой момент в названии ну, поездов... Люблено, и, и пробка, которая там чуть ли не до столба утянется. Да. Ну да, Unknawn Autist пишет, а в какой момент в названиях поездов буква завода переехала в конец. В 2016 году вместе с новым регламентом ТРКС... новой. Да, у нас новый регламент же технически приняли. Технический регламент Таможенного Союза. Вот, и по новому техрегламенту там очень много чего было переписано, в том числе и схема обозначения электропоездов. Так, Егор Лещев, они что, только на машинах ездят и не знают, как пользоваться общественным транспортом? Это я не знаю, к чему. Вопрос. А, кто они? Да, хороший. А, вопрос. я так понимаю. Э... Это, я так понимаю, отсылка к тому, что офисные сотрудники РЖД. А, ну да. А, а, Ярослав, офисные Суворов... сотрудники РЖД это точно <coughs> не те люди, которые когда-либо, mm -hmm. ну, помимо там, своего раннего детства, пользовались железной дорогой. Mm -hmm. Вот, Ярослав Суворов спрашивает: вы слыхали, что ТМХ начинает выпуск в 4.0? Ну вот, как раз в начале этого эфира был специально подготовленный спецматериал именно к эфиру, где как раз рассказывалось и про EP2DM, и про, собственно говоря, про EVOLUG 4.0. Вот. Ну, я бы не стал называть это четвертым поколением, потому что это, по сути, обозначение для все той же Evil 3.0 с с тремя парами под импорт суверенизацию, Да, 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 да. Но это, это отдельная история, да, но в первую очередь там как бы ключевой момент технически, что главное изменение это большее количество дверей в вагоне. Вот. Так, намек от канала Дмитрий Рогачев. То Рогачев вспоминаете, то GoPro. Вы здесь их рекламу в Чит? Ребята, Сделать? это не здесь вам надо вспоминать. Вот да. честно, вот Вспоминать таких персонажей, вспоминать непосредственно у них на каналах, а нас, пожалуйста, не оскорбляйте. Да, так, вот цитата от РЖД. Мы, это все тот же Ярослав Суворов пишет, мы ожидаем вагоны для обновления подвижного состава Республики Мордовия, Еврейской автономной области, Амурской, Пензенской, Белгородской, Курской, Тамбовской, Нижегородской, Ленинградской и Новгородской областях. Um, так, да. РЖД достучалась до северо-западной пассажирской компании, наконец. -то. Это, конечно, прекрасно. Пока такая... никак не связано, как минимум, с Еврейской автономной областью, ну, да, Мордовой, абсолютно... Амурьем, Пензой, Белгородом, Курском, Тамбовым, Нижним Новгородом, а Ленинградская и Новгородская области под ППК попадают, да. Вот, а, вот но обновление подвижного состава вот э, в той местности, да, которую Ярослав Суворов назвал, оно со скрипом, но идет. Я, конечно, а идет понимаю, скрипом, что там, это буквально... 3 d Да, по один-два состава а... вот, где-то к ним приходит Примерно. Иногда, иногда по три. Но... Каждый регион. Это но у случае. них там и объем пассажирских перевозок за последние 15 лет настолько упали, что ну, потому что их целенаправленно убивают. Я, так, я сказать, даже не хочу это комментировать, если и, честно. И, 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 потому там... что я помню фотографии 2007 -го года, там где-то под Иркутском стоит 10 вагонная R9, там какая-то там ТМ. Ну, не... без разницы. Неважно. Абсолютно. 10 вагонов, сейчас 4. Ну, вот а куда вы людей еще подевали? Что, что все умерли, что ли? Что? Нет, не умерли, просто у нас в регионах целенаправленно убивалось пригородное сообщение. Целенаправленно отваживали людей вообще от пригородного сообщения, пересаживали их на автобусы и личные автотранспорты. На автобусы, да. Да, И вот мы получили то, что получили. Это убийство вообще, в принципе, пригородного железнодорожного сообщения во многих регионах. Так, Вальтер Фокси спрашивает, может, Пит будет закупать новый ПС у китайцев? Я а, думаю, вряд ли. У Китая есть свой рынок, и, кстати, РЖД э, этот рынок проиграл. А, я сейчас объясню, почему. А, вот в свое время РЖД, ну, когда это еще было МПС и Советский Союз, да ведь, о, что было у нас Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан а, и Монголия, так? Угу. Теперь везде, вот в Казахстан, т.т. -т 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 -т, во все это поставляется китайский подвижной состав китайские электровозы, китайские тепловозы, потому что, во-первых, они дешевле. Во-вторых, во с Китаем проще в этом плане. Вот. А то, что поставляет Россия, оно, ну, в большей части морально устаревшее. А, Во-вторых, во ну, дорого слишком. Монголия там в какое-то время еще что-то там вроде там что-то там покупал, но сейчас, по-моему, вообще никто не дергается в сторону закупки подвижного состава. Ну, у, ну, у российского производителя. Ну да, Егор Чернов спрашивает: а кто ты знает, же, вот, когда. Да прикинь, да? Вот mm -hmm. Я на секундочку еще буквально. Вот mm -hmm. просто прикинь, да, целый рынок, блин, Средняя Азия, раз и все. Вот у нас есть Китай, вот все. Да, да. Даже Туркмени, по-моему, там не дергается. Вообще. Вот, и, собственно говоря, последний комментарий на сегодня, который мы зачитаем, и, собственно, после ответа на него будем уже прощаться ну, да. со зрителями на неделю. А Егор Чернов спрашивает А ты, не заболеешь. Кто знает, когда-то делают ремонт на первом диаметре, а то после часа ночи с Савеловского не уедешь на выходных. Вообще бардак. Хороший вопрос. Прекрасный вопрос. Знать бы на него ответ. Но его нету. Ну да, участок поварова михнева можно разгрузить реконструкцию участка. Лихославль Узловая. А Лиха... э -э Егор Лещев, простите меня, вы имеете в виду лихославль какой? Который находится вот в сторону Питера, что ли, или что? Я что-то не очень понимаю. То есть в регионах целенаправленно убивают общественный транспорт. Да, в регионах целенаправленно убивают общественный транспорт. Ну, или, по крайней мере, убивали. Уже на протяжении десятилетия традиция. Ну да, вот. Ну, собственно говоря, вот он, наш эфир подходит к концу. Полтора часа в эфире. Фу, какие полтора, два с половиной часа у меня уже. Да, у меня уже это глаза узелком завязаны. Я сейчас отмотаю, посмотрю, сколько там. Два с половиной. Вот. Ну, тут уже вдогонку прям пишут. Объем перевоза купал, потому что люди вынуждены пересаживаться на личный транспорт. Проблемы с дальним пригородом Владивостока, например. Автобус а, решает весьма отчасти. Ну, так, собственно... Весьма? Ну, так, собственно говоря, в том-то все и причина. А, что, да, что первее яйцо или курица. А, когда годами не обновляется подвижной состав. Когда в него просто элементарно даже не то, что зайти осмотреть, на него страшно. Когда нет никакого человеческого сервиса, когда какой солнечный пункт не возьми, он будет представлять собой бетонный шлепок на земле где-то там. Вот, когда просто во всем этом страшно ездить, потому что, ну, ни охраны, ни сервиса, ни культуры обслуживания, да вообще ничего нету. Есть вот это ржавое рижское ведро, корыто, которое рассыпается уже и самое главное что чем ему хуже тем медленнее оно ездит и ничего но ну, них некачественных ни ремонтов нету ни замены то естественно ты хочешь не хочешь а будешь пересаживаться либо либо на личный транспорт либо на На что угодно но ты да. пересядешь лишь бы э, вновь там не оказаться хотя да. хотя э, я может быть, и не очень прям, но постараюсь чуть-чуть оправдать здесь РЖД. Получится. Дело в том, что в регионах, в регионах, вот там вдалеке от Москвы, сотрудники депо, да, в частности слесари, вот непосредственно те, кто обслуживают составы после, да, после рейсов, они куда сильнее и куда лучше и качественнее обслуживают подвижной состав, потому что у них там напрямую зависит от этого зарплата. То есть, типа, они даже эти рижские ведра, ну, блин, они их вылизывали просто там до блеска. И когда ты, когда я там встречаю фотографии тех же там первых в регионах, ты на них смотришь, так вот, госы, да, блин, а уже 30 лет есть, как из завода. Вот э, тоже, вот знаешь, вот как нонсенс какой-то. Ну, вот, да. Вот, ну, но по... при, этом, при этом людей это отпугивают, потому что они до сих пор ездят на эрках, а в Москве, по их ну, представлению, уже летают там на реактивных электричках. Ты знаешь, Хотя -то... это тоже самое барахло, только Нет, переделанное на ты... Нет, ты знаешь, в каком-то смысле так. Эм ну, они в каком-то смысле правы, потому что даже те же EP2D в сравнении с какой-нибудь R2T, конечно, большой шаг вперед, несмотря на то, что много архаики осталось внутри элки. Да, но все-таки, да, привод уже немножечко из изменен. У него, скажем так, он уже, скажем так, не чисто РКСУшный, там, да, там немножко по поприбавилось. Да? Еще бы не хватало. Да, всякого, вот, да, значит, соответственно, БСУшечки у нас есть. А Кондерчики у нас есть, конечно, не всегда хорошо работающие, но, как правило, это касается основы D4M поздних, да, ВП2D кондеры, как правило, работают более-менее нормально. А, вот, да, и как-то этот салон всегда опрятный, чистый, да, ну понятно, что показать за своим следит. И внешне вроде тоже конфеточно выглядит. То есть, а, да. уже совершенно иное восприятие. А тут, соответственно, у нас еще Иволги, а тут у нас МЦК и ласточки. Под боком Октябрьская железная дорога, плечо, Москва, Тверь тоже на ласточках. И естественно, которая, когда... кстати, на фоне Москвы вообще выглядит каким-то отдельным железнодорожным государством. Ну вот а так говоря. оно и есть. Так оно и есть, потому что октябрьская железная дорога, да, она как бы в состав Московской. Ну это визитка РЖДшная, да. Да, здесь это, никуда это не да, РЖДшная визитка. Вот, если бы этой РЖДшной визитки еще бы станции бы делали нормальные остановочные пункты, вообще бы вопросов не было. Хотя сейчас в рамках МЦД хоть что-то ну, пытаются делать. Вот, да, и из регионов это действительно все смотрится как какой-то космолет. Вот, это то и самое обидное, что РЖД вот за все время своего существования с 2003 года так не смогла выровнять вот этот дисбаланс. Ну то да. есть, понимаешь, я, я, я не собираюсь сейчас затрагивать остальные аспекты жизни угу. в Москве и за ее пределами uh -huh. но мне кажется что если бы ну железную дорогу хотя бы ну там ты бы во, на все железные дороги поставлял блин один и тот же подвижной состав uh -huh. и организовал один и тот же уровень комфорта для пассажиров это было бы лучше ну, само собой кто ж вот, потому что Потому что неважно, как ты перевозишь уголь в Уссурийский, неважно, как ты перевозишь уголь под Петрозаводском, на чем ты его перевозишь, оно довезет. Ну, конечно. Ну, условно, да? Условно. А, вот. Но когда у тебя и, скажем так какой-то услов ну там среднестатистический Ванька а, из Иркутска <coughs> а, и Альберт из Петербурга ездит на одном и том же но это все-таки оказывает какое-то влияние мне кажется ну, это само собой. Вот, ну, еще комментарии. Егор Чернов пишет, там другая история. РЖД не смогли договориться с руководством края о субсидировании перевозок. В результате mm -hmm. электрички обрезали и прорядили, а автобусники задрали цены. Так, в том-то да. все дело, что эта история повторяется по всей стране, кроме Москвы и Московской области, а еще Петербурга. Все, во всей остальной стране эта картина одна и та же. Что называется «не смогли договориться». РЖД мощная У региональных компаний не хватает денег э, на обслуживание того э, говна, который у них есть. Да. Даже того говна. Не то, что там да. про новые там, составы. РЖ... РЖД просто... Естественно, РЖД да. не будет им давать новые составы, потому что у них и так нет денег, а у них еще и больше денег не будет. Да, и самое главное, что э, РЖД это, да, по приказу от монополизация. А потоки падают, деньги да, падают. Да, 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 да. Вот самая главная история это она тут еще в чем? А, как вообще, типа, пока появились, РЖД, создавали как некий аналог Deutsche Bank, который потом со собирались еще подразорвать на кучу разных компаний перевозчиков. Делегировать, да, вот да? Да, демо сделать демонополизацию планировали, да? Это тогда еще 2002 год, вот те времена будущее рисовалось в радужных красках в тот момент времени. Вот. И считалось так, что вот эти ППК в переходный период времени будут в большей степени субсидироваться регионами, да, а РЖД так, как контролирующая. Чисто на обслуге. Да, вот. Но в итоге это все затянулось. И самое главное, что РЖД контора очень богатая. Она могла бы сама субсидировать перевозки во всех регионах. Вполне вот, а за счет есть... грузоперевозок да, э, э, да. я считаю, что ЖД вполне могли бы могли покрыть расходы на пригород да. и на дальние пассажирские перевозки с учетом того, что они не останутся в минусе при этом. Да. Вот. Они не останутся в минусе Веками при этом. Да, они останутся в меньшей прибыли для себя, но они при этом э, также смогут всем выплачивать зарплату, и как бы у них ничего не сдохнет. Конечно. Вот, но о, что сделано, то сделано. ППК эти созданы. ППК являются стопроцентными э, дочками РЖД. Опять-таки повторюсь, за исключением ЦППК и ЮППК. Это единственные две пассажирские пригородные компании, которые с РЖД уже давным-давно никак не аффилированы и вообще в свободном плавании от них. Все остальное yeah. это yeah. да, стопроцентные дочки РЖД. А, вот, э, но при этом, да, несмотря на то, что стопроцентные точки РЖД, соответственно, побираться они почему-то ходят к регионам. Вот, да, вот... регионы там, ну, мы не будем как бы обращать внимание, ладно уж, там на, на распил финансов, вот, это не наша история, вот, но у них нет денег на это. Угу. <связанное> они себя-то обеспечить не могут. Ну вот о том и речь. В целом инфраструктуру, знаешь, там городскую, региональную, типа там, ну сам знаешь. Да, да. Вот, ну что ж, на сегодня наш эфир Ребята, подошел к концу. Да. А -а, у нас а -а, чрезмерный, продуктивный эфир получился почти на три часа. Два часа сорок минут. Я считаю, что это это очень хорошая не отместка очень хорошая компенсация за наше отсутствие. Да, двухнедельное отсутствие и то, что что сегодня сразу запустить эфир нормально по человечески не удалось. Да это фиг бы с ним, но мы вполне обсудили все все темы, которые мы хотели, мы обсудили все полностью в полном объеме и я тебе скажу, что мы особо от них не уходили. Ну, в общем, да, сегодня. Вот у нас было... обычно с тобой, знаешь, у нас с, с тобой обычно в вот эфирах эфир, вот эта история, что мы о чем-то начинаем говорить и куда-то там уплетаемся за 3-9 земель, и потом нам на риск надо куда-то дальше переходить и о чем-то говорить. А перед этим еще вернуться в одну точку, чтобы нам научном. все высказать. Вот. А тут мы прям. Все продуктивненько, все хорошо сработает. Да, потому что в сегодняшнем эфире, в сегодняшней программе у нас, наконец-то, появилась четкая рубрикация по темам: В кои-то веке наконец-то таки давно надо было это кстати, делать. Ну, кстати, благодаря ей тоже. Да. да. Ну что ж, дорогие зрители, спасибо сегодня, что смотрели этот эфир спасибо за комментарии за то что комментариев было много подключайтесь через неделю в следующее воскресенье если будет опять какой-то то я надеюсь максимум там до среды да когда у кости. мы вас об этом обязательно уведомим обязательно но я надеюсь что день в день все выйдет в очередной раз но, да потому что я например на следующее воскресенье как бы у меня уже все распланировано вот поэтому уж 6 часов мы точно должны начать. вот Если в 6 часов начнется, только по техническим или физическим неполадкам у кого-то из нас. Ну да. А, вот. Вот. А. Так что будем, будем надеяться, что следующий эфир пройдет как надо и без всяких каких-то проблем, затыков и прочего. Вот. Ну, всем спасибо. Всем спокойной ночи и встретимся через неделю. До свидания. Да, всем большое спасибо. Обязательно подпишитесь на нас со Стасом.